Когда в начале прошлого века монах-иезуит Эммануил обнаружил на острове Мальта подземный туннель, он и не предполагал, к каким удивительным открытиям это приведет. Вход в подземелье был случайно найден строителями во время прокладки городских коммуникаций. В одиночку монах начал раскопки. Оказалось, что таинственный вход ведет в гигантскую трехуровневую систему комнат и тупиков-ловушек. Это сооружение получило название «гипогей», то есть «подземное жилище». Считается, что это древнейший храм. Хотя о его истинном предназначении ученые спорят до сих пор. Сегодня на Мальте найдено уже 23 храма, а когда-то их здесь было еще больше. Кто и зачем построил все эти сооружения на крохотном острове? Возможно, подсказка уже есть. Внутри самих храмов были обнаружены каменные фигурки полных женщин. Странное совпадение, но подобные статуэтки археологи нашли за тысячи километров от Мальты, на территории России. Почему между артефактами из российских костенок и мальтийскими фигурками так много общего? Может быть, они были созданы единой древней цивилизацией? Цивилизацией, в жизни которой Мальта играла особую роль. Но как она связана с Россией? Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Константин Гаврилов исследовал стоянки древнего человека, обнаруженные в центральной части нашей страны. В том числе знаменитые костенки под Воронежем. Найденные там артефакты вызвали в научном мире немало споров и разногласий. Самые известные произведения искусства, связанные с костенками, конечно же, это изображение обнаженных женщин, так называемые Венеры Палеолита. Их семантика до конца не расшифрована, но, разумеется, существует множество гипотез. Первые раскопки в костенках были проведены еще в 1879 году. А на сегодняшний день на территории площади всего 30 квадратных километров археологи нашли уже 60 древних стоянок поселений, в которых жили наши далекие предки. Все эти стоянки, как говорят специалисты, относятся к разным историческим периодам. Это самый древний памятник Верхнего Палеолита, известный в настоящее время в Европе, точно совершенно. Это не значит, что за пределами нашей страны нет более древних памятников, но как бы вот сейчас мы можем говорить, что задокументировано древнейшее поселение верхнепалеолитическое именно в костенках. Находки, которые были сделаны на территории костенок, произвели настоящую революцию в истории и археологии. Изысканные ювелирные украшения, налобные обручи, браслеты, подвески, миниатюрные нашивки для головных уборов и одежды. Зачем все это могло понадобиться полудиким племенам охотников в эпоху Верхнего Палеолита? А может, мы недооцениваем уровень развития древнего общества? Безусловно, на территории России, тем более нынешней, или тем более Российской империи, которая занимала большую часть Евразии, конечно, были древнейшие цивилизации. До сих пор в учебниках истории наших далеких предков принято изображать как полудиких существ с дубинками в руках, способных лишь охотиться на мамонтов. Однако многие ученые признают, что такие представления в корне ошибочны. Десятки тысяч лет назад в России жили люди, не уступавшие нам в интеллектуальном и духовном развитии. Это, в общем-то, люди такие же разумные, как и мы. Отличаются от нас, ну, внешне, возможно. Хотя, если неандертальца побрить и одеть в костюм, возможно, вы его и не узнаете в толпе городской. На протяжении многих десятилетий ученые полагали, что возраст самого древнего поселения в костенках – 32 тысячи лет. Однако не так давно эту дату пришлось пересмотреть. В Воронежской области был обнаружен слой вулканического пепла. На место выехали почвоведы и палеозоологи. Откуда мог взяться этот пепел? Ведь извержений мощных вулканов на этой территории не происходило. Этот слой пепла по своему составу аналогичен пеплу, который происходит из Италии. Вот есть там такие флегрейские поля. Вот извержение вулканов на этих полях привело, видимо, довольно мощное, привело к тому, что разнос этого пепла был вот такой большой по территории. И эти линзы пепла, они для археологов важны как стратиграфический
маркер, вот отделяющий от древние памятники верхнеполитических от более поздних. Результаты палеомагнитного и радиоуглеродного анализа вулканического пепла из Костенок оказались сенсационными. Было доказано, что люди на территории России жили более 40 тысяч лет назад. Причем это по самым скромным подсчетам. А многие специалисты убеждены, что люди в районе нынешней Воронежской области появились еще на 6 тысяч лет раньше. Самым древним сейчас считается так называемый горизонт очагов стоянки Костенки 14. Вот. По радиоизотопным датировкам горизонт очагов относится ко времени 44, примерно 46 тысяч лет назад. Но на этом научные потрясения не закончились. Под слоем древнего вулканического пепла нашли артефакты, которые поразили исследователей. На первый взгляд, это были такие же орудия труда и украшения, сделанные из кости и камня, как и в более поздних поселениях. Однако резьба, которая была нанесена на эти предметы, была выполнена виртуозно. Оказалось, к примеру, что при создании украшений мастера использовали тонкое сверло, которое оставляло мельчайшие сквозные отверстия. Неужели никакой эволюции не было? И 46 тысяч лет назад территорию России населяли люди, владевшие более совершенными технологиями, чем их потомки. Давайте посмотрим правде в глаза. История, о которой у нас есть достоверные сведения, это только миг. Мы ничего не знаем о наших предшественниках. Но уже ясно. Это не обезьяна стала человеком, а человек деградировал. Откуда на территории современной России в Воронежской области появились люди? И не дикие племена, а те, кто мог из доступных материалов создавать настоящие произведения искусства. Член Русского географического общества Лидия Ефимова убеждена, что следы предков самой древней цивилизации Земли нужно искать на севере. Сама она совершила уже несколько научных экспедиций в самые труднодоступные уголки Кольского полуострова. Эти гигантские камни, поросшие мхом, были обнаружены во время недавней экспедиции Ефимовой. Поверхность мегалитов слишком ровная, словно кто-то специально ее обрабатывал. Могут ли эти глыбы быть остатками древних сооружений? Лидия Ефимова считает, что именно на севере впервые были применены те технологии, которые потом распространились по всему земному шару. Некоторые моменты, обнаруженные вот на этих блоках, например, не просверленные современным там сверлом, а именно вот как шлямбуром выбито. И рисунок вот этих отверстий, которые мы находим на Кольском полуострове, один к одному совпадает с теми отверстиями, которые есть на стенах храмов и пирамид Древнего Египта. Уже несколько лет Лидия Ефимова и ее коллеги изучают эту древнейшую обсерваторию, обнаруженную на побережье Баренцева моря. Каждая каменная глыба здесь установлена на точно рассчитанном месте. Это визиры, по которым в древности вели наблюдение за Солнцем, Луной и другими небесными объектами. Солнце сейчас, вот рука моя, как раз показывает, моя рука показывает на Солнце. Вот так идет эта линия и выходит на этот камень. Так что эти камни тоже не случайные. Неужели древнейшая обсерватория действует и сегодня? И отсюда можно вести наблюдение за небесными светилами. Но как удалось столь точно рассчитать местоположение каждого камня? Создать систему, которая безотказно работает уже несколько тысячелетий. Вокруг главного визира было выложено два кольца из камней разной величины. Все они дублируют местоположение небесных тел. За многие тысячелетия обсерватория была частично разрушена, но она не перестала функционировать. Обсерватории Вороны нам наконец-то удалось за более чем 10 лет наблюдений поймать Солнце в полночь летнего солнцестояния. В 1 час 56 минут. И увидеть, как идет тень от центрального визира этой обсерватории. И мы получили в прошлом году полное подтверждение еще в осеннее равноденствие. Восход и заход Солнца, тоже повезло, было Солнце. Мы зафиксировали вот эти моменты, тоже отмеченные древними.
Многочисленные постройки из гигантских каменных глыб, найденные рядом с обсерваторией, ученые долго принимали за подобие современных скульптур. Здесь нашли каменные фигуры, похожие на бегемота, гигантский топор, трон. Однако оказалось, что все они в древности также выполняли определенную функцию. Так каменный трон был частью пригоризонтной обсерватории. Значит, древняя обсерватория есть пригоризонтная. Там есть трон, прям такое кресло очень удобное, в которое можно ложиться, и голова фиксируется. Ты смотришь на восток и наблюдаешь восход звезд пригоризонтных. И точки, где находятся звезды... На Кольском полуострове группа Ефимовой обнаружила еще одну удивительную находку. Гигантскую карту звездного неба. Она выложена на поверхности Земли камнями разной величины. Причем на карте были обозначены только так называемые циркумполярные созвездия. Те, которые раз в 26 тысяч лет становятся центром, вокруг которого вращаются все звезды. Откуда об этом было известно жителям Кольского полуострова? Мы сначала прошли, увидели голову дракона, хвост, как он разворачивается, все как положено. Потом мы прошли, нашли созвездие Лебедь, созвездие Лиры с Вегой громадной, созвездие Цефея. В общем, все эти созвездия выложены крупными камнями, и ни одного крупного камня лишнего на этой площадке не лежит. Для чего понадобилось вести столь пристальные наблюдения за передвижением небесных тел? Прилагать столько усилий для создания из каменных глыб визиров, обсерваторий, звездных карт? По одной из гипотез, цивилизация, оставившая свой след на севере России, прибыла на нашу планету из космоса. Технические возможности и знания пришельцев и их потомков позволили им создать столь грандиозные мегалитические объекты. Наша обязанность – понимать, первое, две вещи – что во Вселенной, она безгранична, однозначно масса цивилизаций. Сегодня уже есть, ну, по крайней мере, у тех, кто изучает космос профессионально, понятие экзопланета. Этих экзопланет уже открыто 600. Это я говорю только по прошлому году. А в ближайшем будущем их, так сказать, как бы проверяет, перепроверяет более 2000. Это в наших, можно сказать, почти окрестностях. По этой версии, представители древнейшей цивилизации могли переселиться на Землю после того, как их собственную планету постигла глобальная катастрофа. Постоянные астрономические наблюдения должны были помочь спрогнозировать повторение подобной катастрофы уже здесь, на Земле. И, похоже, наши далекие предки действительно своевременно зафиксировали изменение угла наклона земной оси. Они успели подготовиться к похолоданию, изменившему облик нашей планеты. Они владели знаниями астрономии, положением вещей, и у них были средства, они владели такими технологиями, что они могли создать вот эти подземные города и спастись там. Эти фотографии являются уникальными. Они сделаны Лидией Ефимовой внутри подземных тоннелей, которые были обнаружены ею на Кольском полуострове. До сих пор не ясно, когда были построены гигантские подземелья протяженностью в несколько километров, кто и как их использовал. История исследования этих объектов окутана самыми волнующими шпионскими тайнами. Следы древней цивилизации на севере искали давно, и не только ученые. В начале 20 века в Третьем Рейхе работал мощнейший исследовательский центр, сотрудники которого вели настоящую охоту за древними артефактами. Особенно их интересовали приполярные регионы. За баснословную сумму, миллион марок, они даже купили у советского шпиона-разведчика Якова Блюмкина древние манускрипты, привезенные им из Тибета. Послали туда делегации. Вот Блюмкину выдали то, что не выдавали никому. Среди документов Блюмкина были схемы внутреннего устройства Земли, а также карты неких подземелий, где, как верили немцы, до сих пор живет древняя цивилизация. У нее захватчики были намерены позаимствовать технологии и оружие. Священные тексты гласили, что входы в этот подземный мир находятся на полюсах планеты. Чтобы проверить это, Гитлер отправил в Антарктиду немалые силы. Получили информацию, что есть такой же вход во внутреннюю полость Земли на северном, вблизи Северного полюса. И вот немцы все же думали, что этими секретами обладаем именно мы.
Возможно ли, что под землей действительно есть пригодные для обитания пустоты? Историки считают, что немцы добыли тому доказательства и вывезли с Кольского полуострова многочисленные артефакты. В 1945 году, по мере уже завоевания территории Германии, резко обострилось или усилилось внимание спецслужб и советских, и спецслужб наших союзников, Британии и Соединенных Штатов прежде всего, вот, в охоте за этими материалами, за материалами исследования Аненербе и общества Туле. Вот. Эти сакральные материалы, вот, они были объектом номер один – ядерное оружие, ядерные технологии и ракетные технологии, чем занимались немцы. Это было вторично. Первично надо было вот забрать вот эти объекты. И вывозили их вагонами. Что нашли нацисты на Северном полюсе? Ответа на этот вопрос пока нет. Наука никак не комментирует эти поиски, ссылаясь на недостаток информации. А сегодня вход в подземные тоннели и вовсе закрыт. Продолжить исследование оказалось фактически невозможно. В основном все входы взорваны, завалены, замаскированы. А те входы, которые остались, используются для нужд гражданской обороны. И туда сторонних не пускают. Большая часть подземных тоннелей Кольского полуострова затоплена грунтовой и дождевой водой. Лидия Ефимова вместе с группой исследователей пробиралась вглубь тоннелей на резиновых лодках. В подземелье удалось провести 5 часов, сделать снимки и замеры, но находиться там дольше было очень рискованно. Вот мы промеряли 2 метра глубина воды. И над головой в переходах, тоннелях, где-то высота, ну, на глазок, там 2-3 метра над уровнем воды, еще вода 2 метра. А вот в больших залах, там высота где-то до 10 метров. Да плюс еще затопленная водой. Но это напоминало нам сильно, как метро. На таком маленьком острове оказалось порядка 30 мегалитических храмов. Не все они такие большие, как, например, Хаджар-Им и Мнайдра, но тем не менее. Если на маленьком пространстве такая большая концентрация мегалитических строений, стоило бы ожидать, что такие храмы можно найти еще где-то. Но нет. Мы не смогли найти сколько-нибудь подобных строений ни в Европе, ни в Африке. Загадка. Почему эти люди не возводили таких храмов в других местах? Каменные глыбы устанавливали в строгой последовательности и безо всяких скрепляющих смесей. Непостижимо как, но они держатся за счет правильного распределения веса. В каждом сооружении есть центральный коридор и примыкающие к нему апсиды, полукруглые комнаты. Строения с 3 апсидами имеют форму листа клевера. Почему древние строители мегалитов выбрали именно такой архитектурный план? Что символизировал лист клевера? Официальная археология на эти вопросы ответа пока не нашла. Ученые остановились на том, что такой план постройки был выбран лишь из практических соображений. Сегодня мы считаем, что такой план скорее имеет архитектурную ценность, чем ритуальную или символическую.
Коридор и апсиды были идеальной формой с учетом доступных материалов и общего плана местности. Каменные глыбы так было удобнее устанавливать. Однако известно, что изображение листа клевера встречается на головных уборах египетских богов Осириса и Исиды. А в христианской традиции лист клевера является символом Святой Троицы. Случайно ли это совпадение? А может, истоки всех древнейших религий и культур следует искать на острове Мальта? Ведь эти строения были возведены как минимум 5500 лет назад. Кто же построил загадочные мальтийские храмы? И для чего они предназначались? Но до наших дней уцелели не только стены самих сооружений. К примеру, внутри Хаджар-Има археологи обнаружили уникальную каменную мебель. Если взглянуть на это место, то можно увидеть, что есть два стола или алтаря, которые украшены определенным узором. Наличие узора показывает, что это были особенные столы. Археолог Иона Мускет внимательно изучила рисунки на стенах храма и каменной мебели. Оказалось, что особое значение строители мегалитов придавали спирали. Этот символ можно встретить во многих других храмах Мальты. Вот эти узоры. Это спиральные узоры. Они очень часто встречаются. Этот плоский камень – один из многих. Подобные найдены не только в Хаджар-Име и Мнайдре, но и в других храмах. Везде есть спиральные узоры. Такие узоры встречаются не только в храмах, но и на других объектах неолитической Мальты. Напротив изображения спирали был установлен каменный столик, богато украшенный резьбой и точечными рисунками. Что за ритуалы проводились здесь? Почему создатели мальтийских мегалитов придавали такое значение этому символу? В храмах мы находим узоры и рельефы, выполненные на камне. Большинство из них — это спирали. Но можно заметить, что все они немного отличаются друг от друга. Они не одинаковые. У некоторых есть шипы, другие — идеально круглые. Исследователи считают, что каждый из этих символов что-то значил. Лишь недавно ученым стало известно, что именно по спирали закручивается водоворот и ураган, движутся галактики. Структура ДНК человека также имеет форму двойной спирали. Неужели все эти знания были доступны и древнейшей, давно исчезнувшей цивилизации? И задолго до начала бронзового века на нашей планете жили вовсе не дикари, а люди, обладавшие великими знаниями. Храмы строили на вершине холма. Они идеально сориентированы в направлении зимнего и летнего солнцестояния. Очевидно, что эти люди изучали небо. Они ориентировались в расположении звезд и созвездий. Спирали, нарисованные красной охрой, хорошо сохранились на стенах храма Гипогей. В 1907 году это сооружение исследовал известный мальтийский археолог Темизаммит. После этого он выступил сенсационным для того времени заявлением. В древности Мальта могла быть местом паломничества жителей всего Средиземноморья. Такой вывод, казалось бы, наталкивался на множество противоречий. Как 5000 лет назад обитатели Европы могли добираться до острова? И что могло их заставить совершать столь небезопасные путешествия? По мнению археолога, на Мальту ехали для того, чтобы послушать речи оракула. Но попасть в сам храм мог далеко не каждый. Вход был оформлен так называемым трилитоном, то есть два вертикальных и один горизонтальный слеп, который был положен на эти два. Вот трилитон. Три – это три, лит – это камень, три камня. И вот когда проходишь чуть дальше, и там стоят два огромных слеба, в которых находятся такие углубления, то есть двери закрывали. Внутри каждого мальтийского храма имелась комната, которую сегодня называют палатой оракула. В Гипогее она сохранилась и по сей день. Что же это за таинственное помещение, доступ в которое был позволен лишь избранным? В Гипогее палата оракула размещена на втором уровне подземного комплекса. В комнате есть овальные ниши и сквозные отверстия в стенах. Но что самое удивительное, звук мужских голосов здесь многократно усиливается и эхом распространяется по всему храму. А женские голоса, напротив, быстро затихают.
Зачем было создавать такой эффект? Кто находился внутри палаты Оракула? И какую информацию он передавал? Те, кто построили мальтийские храмы, отлично понимали, как управлять силой акустической волны. Они строили эти сооружения так, чтобы усилить действие голоса оратора. Они отлично знали, что звук как убивает, так и исцеляет. Ученые фонда по исследованию древних храмов из Флориды провели эксперимент в мальтийском храме Гиппогей. Выяснилось, что внутри храма создается особая резонансная частота в пределах 110-111 Гц. Это диапазон низкого мужского голоса. Оказалось, что при непрерывном воздействии на человека этот звук приводит к измененным состояниям сознания. Наше ухо не улавливает это колебание, частоту. Когда на нее накладывается определенная частота человеческого голоса, то вот это смешение, звуковая, скажем так, интерференция, смешение этих звуковых колебаний, особенно исходящее снизу, способно было, считают ученые, привести человека в какое-то в некое трансовое состояние или подобие подобного трансового состояния. Группа добровольцев подвергли воздействию частотных колебаний, подобных тем, что распространяются внутри палаты Оракула. Электроэнцефалограммы показали, что у участников эксперимента произошли изменения в деятельности головного мозга. Наблюдалось расстройство речи. При этом значительно активировалась работа правой доли коры головного мозга, отвечающей за интуицию, эмоции и образное мышление. Кто несколько тысяч лет назад владел столь невероятными знаниями о физике звука и устройстве головного мозга человека? И зачем понадобилось подвергать посетителей храма подобным воздействиям? Комнаты Оракула существовали во всех мальтийских храмах. Но поскольку крыши древних сооружений до наших дней не сохранились, и помещения перестали быть замкнутыми, эти акустические камеры уже не действуют. Каждый храм имел такую комнату Оракула. Но храмы на сегодняшний день остались от них только стены. Крыши не сохранилось. И вот это дает ученым, скажем так, предполагать, возможность предположения, что храмы когда-то были покрыты крышей. То есть они имели крышу. И вот эта самая крыша, то есть без крыши комната Оракула теряет всякий смысл. Лучше всех уцелел подземный храм Гиппогей. Он спускается под землю на глубину 12 метров. Однако еще в 1940 году журнал Natural Geographic опубликовал известие о том, что несколько юношей пропали в недрах этого загадочного сооружения. Они проникли в узкий тоннель одной из камер третьего уровня и бесследно исчезли. Но куда ведет этот тоннель? И можно ли было из него выбраться? Последний и единственный, кому удалось попасть ниже третьего уровня Гиппогея и вернуться обратно, стала сотрудница британского посольства на Мальте, исследователь Луиза Джезеп. Она под присягой подтвердила, что видела не только глубокий тоннель, но и неизвестных человекоподобных существ, которые появились оттуда. После этого случая вход в тоннель был замурован. Остров Мальта был застроен новыми бастионами и крепостными стенами в 16 веке, когда сюда прибыли рыцари-госпитальеры. Может, в архивах Мальтийского ордена все еще хранятся сведения о подземных ходах, на которые вполне могли наталкиваться строители. Кто знает, может, великие магистры всесильного Мальтийского ордена знали, кто господствовал на их территории тысячи лет назад. К тому же и мегалитические храмы, и рыцарские бастионы создавали из одного и того же материала – местного известняка. Остров Мальта – это практически скала. Укрепления скорее не строились, а вырезались в ландшафте. Они вырезаны из камня. В большинстве случаев, особенно в районе Великой Гавани, использовали камень, который мы называем глабигериновый известняк. Камень этот еще и очень красивый. Он имеет медовый цвет. Орден госпитальеров возник еще в XI веке. Из организации, созданной в Иерусалиме для медицинской помощи паломникам, он быстро превратился в могущественную военную структуру. Сначала рыцари обосновались на островах Родос и Бодрум, но были вытеснены оттуда войсками турецкого султана Сулеймана Великолепного. После 7 лет скитаний по Европе госпитальеры прибыли на Мальту.
испанский король Карл V отдал остров в их постоянное владение. Под контролем рыцарей оказались и все сооружения архипелага. Филипп Рэндон, президент Мальтийской ассоциации, того самого Мальтийского ордена, который появился 950 лет назад. Пост президента он должен будет покинуть через 3 года после избрания, но звание рыцаря останется с сэром Рэндоном на всю жизнь. Стать рыцарем не так просто. Это не просто какая-то церемония, на которой скажут: «О, теперь ты рыцарь». Да, церемония есть, но на ней задают серьезные вопросы. Знаешь ли ты, в чем долг рыцаря? Нужно знать, в чем он заключается. И после этого, прежде чем кандидат станет рыцарем, пройдет еще целый год подготовки. Человек должен хорошо понимать, чем мы занимаемся. Ему предстоит помогать больным и бедным людям. Сегодня госпитальеров называют последними рыцарями Европы. Но Мальтийский орден уже давно сложил оружие. Современные госпитальеры, их около 13,5 тысяч, помогают больным и нуждающимся по всему миру. А доспехи и мечи стали символами мальтийской истории. Во дворце, где когда-то заседал великий магистр, теперь резиденция президента и правительства Мальты. Съемки здесь разрешают лишь в исключительных случаях. Сегодня рыцари уже не дают обет бедности, целомудрия и повиновения, как это делали отпрыски знатных средневековых семей. И у сэра Филиппа Рэндона из всей рыцарской амуниции только эта торжественная мантия. Это очень простой плащ. Он однотонный, черный, с белым крестом. Его мы надеваем только на религиозные церемонии, например, процессии или мессы. Мы не можем надевать его просто на улицу или на встречу, чтобы покрасоваться. Он простой, как и та философия, которой придерживаются рыцари Мальтийского ордена. Оказалось, что сведения об оборонительных укреплениях Мальты, бастионах, крепостных стенах, подземных ходах, теперь хранятся не у госпитальеров, а в музее фортификационных сооружений. Но известно ли историкам хоть что-то о тоннелях, построенных на острове еще тысячи лет назад? Находили ли строители подземные ходы во время той грандиозной застройки Мальты, которая началась после прихода на остров рыцарей? Начиная с середины 13 века, встречаются свидетельства о том, как на острове уже существует форт Святого Ангела. Раньше его называли «Замок у моря». Он переходит рыцарям вместе со средневековой крепостью Мдиной, что в центре острова. Нужно понимать, что рыцари были мореплавателями. Для них самой важной частью была гавань. Так что они стали защищать гавани. Для защиты форта Святого Ангела было недостаточно. Рыцари начали строить большие укрепления. Для строительства укреплений, как и когда-то для возведения древних храмов, использовали местный известняк. Часто в крепостные стены превращались отвесные скалы. Фортификационные сооружения буквально вырезались в ландшафте. В результате Мальтийская Великая Гавань стала неуязвимой для ядер вражеских пушек. При этом бастионы Мальты действительно оказались оснащены целой системой подземных ходов. Недалеко от берега Валетты у бастионов существуют подземные батареи, места для пушек, которые сюда можно доставить через тоннели. Есть еще и широкая сеть тоннелей, которые использовали для прокладки водопровода и канализации. Какие из подземных тоннелей появились всего несколько столетий назад, а какие существуют на Мальте тысячелетия? Если рыцари возводили свои сооружения для защиты острова, то зачем это делали их неизвестные предшественники? Для чего предназначались подземные комплексы и тоннели? Сегодня вряд ли найдется ученый, способный безоговорочно заявить, что мальтийские мегалиты были лишь ритуальными сооружениями. Чем больше мы изучаем храмы, тем больше мы понимаем, что они должны были быть местом скопления масс людей. Сегодня мы называем эти храмы культурными центрами местности.
Раскопки, которые проводили здесь в прошлом веке, показали тесную связь этих строений с религиозными практиками. Так что тогда их и назвали храмами. Но не исключено, что эти храмы обладали и другими функциями. Археологи говорят, что строители древних мегалитов прибыли на Мальту 7000 лет назад из Сицилии. Они привезли с собой культуру земледелия, скотоводства и гончарного дела. Но так ли это? Торшин – последний из храмов древней цивилизации. Его строительство, как полагают историки, началось в 3600 году до нашей эры. Торшин многое может рассказать о быте и укладе жизни представителей самой загадочной цивилизации Земли. Уникально то, что в Торшине есть изображения животных. В одной комнате сохранились большие изображения двух быков и свиньи женского пола. В другой есть целые ряды животных, среди них бараны, козлы и свиньи. Это позволяет нам понять, каких животных разводили в то время на острове, а значит, иметь представление и о том, чем питались люди. В этой гипотезе неясно одно. Зачем фермеры, прибывшие на Мальту из Сицилии, начали возводить эти странные сооружения? При этом используя сложнейшую строительную технологию, которая требовала глубочайших знаний математики, геометрии, геодезии. Почему ничего подобного нет ни на Сицилии, ни в одном другом уголке земного шара? Интересно, что каменные храмы по всему острову начали строиться примерно одновременно. Кто и зачем начал застраивать Мальту десятками мегалитических сооружений и в чем заключалось их предназначение? Во время раскопок храма Торшин археологи обнаружили часть огромной каменной статуи. Когда-то скульптура раскололась надвое, и верхняя ее часть бесследно исчезла. Но по расчетам ученых, высота фигуры была не меньше 2,5 метров. Долгое время было принято считать, что это статуя богини-матери. Но не так давно появились новые версии. Эта фигура была только одной из многих тысяч статуэток, которые были найдены на этой доисторической локации, здесь, в Торшине. Все они уникальны тем, что изображают полного человека. Но сложно сказать, мужчина это или женщина. Каменные статуэтки археологи находили по всему острову. Академическая наука всегда считала их доказательством того, что на острове тысячи лет назад царил культ плодородия. Но чем больше появлялось артефактов, тем очевиднее становилось, что в камне были запечатлены не только женщины. Здесь, в Хаджар-Име, было найдено 10 таких фигур. Раньше археологи называли их «толстыми леди». Однако, в ходе дальнейших исследований стало ясно, что у этих фигур нет таких уж выразительных женских признаков. Да, некоторые фигурки, очевидно, женские, но очень часто встречаются фигурки, присмотревшись к которым, становится ясно, что их будто бы специально сделали не совсем мужскими и не совсем женскими. На верхней части тела нет женской груди, а нижняя часть просто очень большая и тучная, но нет индикаторов пола. Мальтийский исследователь и политик Норман Лоуэлл считает, что ответ на вопрос, кого запечатлели создатели мегалитов, нужно искать не в Средиземноморье, а за тысячи километров от Мальты, в России. Дело в том, что каменные фигурки, похожие на мальтийские, были найдены в далекой Иркутской области. Женские фигуры, обнаруженные в Сибири, худее. Но есть одно сходство. Груди и задние части сибирских женщин, хотя они и худые, несоразмерны. Они, как и на Мальте, огромные. Эти части тела очень большие. Найдено немало таких предметов. Каменные статуэтки были обнаружены во время раскопок стоянки древнего человека, возраст которой 25 тысяч лет. Сама она расположена возле иркутского поселка Мальта, неподалеку от одноименного озера. Принято считать, что название Мальта произошло от бурятского слова, означающего «черемуха». Но, может, не все так просто. И совпадение с названием далекого средиземноморского острова вовсе не случайно.
У нас найдены схожие объекты. Те же статуэтки, те же ожерелья, гарпуны, точильные камни для оружия. Они очень похожи на находки из мальтинского поселения в Сибири. 20 ноября 2013 года журнал Nature опубликовал результаты исследования, выполненного международным коллективом генетиков. Возле поселка Мальта в Сибири ученые извлекли генный материал из кости руки 4-летнего мальчика, погребенного рядом со статуэткой палеолитической Венеры. Оказалось, что это древнейший из всех известных науки геномов представителя вида Homo sapiens. Извлеченную ДНК ученые сравнили с ДНК современных людей. В результате часть древнего генома обнаружили у западных европейцев, а другую часть у коренных американцев. Это одни и те же люди. Сначала одна группа ушла в сторону Аляски, а затем вторая группа на запад. Они обосновались в Нормандии, на территории современной Франции, и оставили удивительные наскальные рисунки. А потом они перешли через Атлантику, потому что Атлантика была очень мелкой. Можно было идти по пояс в воде. Они пристали к берегу острова Мартас-Виньярд в Америке и поселились там. Так что в Америку добрались две волны переселенцев. Неужели далекими предками как европейцев, так и коренных народов Америки были люди, когда-то проживавшие на просторах нашей страны? Найденный в районе сибирского поселка Мальта базовый геном человека у генетиков не оставляет сомнений. Прародителей человечества нужно искать у нас, в России. Но почему именно в этой части земного шара появились разумные люди, стала развиваться древнейшая культура и цивилизация? Сегодня ученые пришли к заключению, что до начала последнего глобального оледенения климат на территории России был очень теплым. В этой части евразийского континента были самые благоприятные условия для жизни. Те памятники в костенках, которые мы относим к ранней поре верхнего палеолита, даже к начальной поре, они залегают в почвенных горизонтах, то есть климатические условия были достаточно комфортные, сопоставимы с современными, а в некоторых случаях, может быть, даже и более теплые в некоторых моментах. Ученые полагают, что именно после того, как в Сибири стало ощущаться влияние спускавшегося с севера ледника, наши далекие предки отправились на поиски других территорий. Но и в Европе в тот период погода уже поменялась. Из-за резкого похолодания на юг мигрировали многие животные. На острове Мальта и сегодня находят останки волков, оленей, лис. А ведь эти виды животных на острове не обитают. Считается, что когда-то они попали сюда из Сицилии. Причем тогда Мальта была соединена с континентом. На Мальте ледникового периода как такового не было, но здесь был период проливных дождей. Уровень воды начинает подниматься. Уровень воды поднялся где-то на 120 метров. Вот он поднялся. Все то, что было когда-то землей, оно оказалось практически, все оказалось затопленным. Потом постепенно уровень воды начинает опускаться. Он опускается метров на 60. Дальше он не опускается. Так может, еще до того, как Мальта стала островом, сюда вместе с животными пришли и люди? В пещере Ардалам, расположенной в юго-восточной части Мальты, действительно были найдены останки человека. Но когда он здесь появился? 5, 10, 15 тысяч лет назад. Может, это и были прародители древней цивилизации. Те, кто создали на архипелаге десятки загадочных каменных храмов. По моему мнению, которое разделяют многие археологи, возраст мальтийских храмов был недооценен. Мы говорим о 3-5 тысячах лет, но, вероятно, они гораздо старше. Ряд ученых полагает, что им 8 тысяч лет. Не будем забывать, что поселению Мальта в Сибири 20 тысяч лет. Оно было построено теми же людьми. Они пришли к нам оттуда. Они путешествовали в Германию, на запад, в сторону Дона. И они путешествовали по итальянской долине Валь Камоника.
Похоже, что небольшая группа переселенцев из Сибири когда-то закрепилась и на Мальтийском архипелаге. И здесь им снова пригодились те знания, которыми владела древнейшая цивилизация, оставившая после себя мегалиты на Кольском полуострове, в Сибири и на Урале. Им приходилось восполнять недостаток людей математикой и инженерией. У них были очень хорошие технические навыки. Так они все это и построили. Не количеством, скорее мозгами. Эта загадочная культура существовала на Мальтийском архипелаге тысячелетия и оставила после себя десятки загадочных сооружений. Однако сведений о самих создателях мальтийских храмов почти нет. Они неожиданно и бесследно исчезли с острова Мальта. Конец наступил довольно внезапно. Остается загадкой, как именно и почему культура строителей храмов прекратила свое существование. Но она исчезла в 2500 году до нашей эры. Действительно, люди буквально исчезли отсюда. Они не оставили о себе никаких сведений. Ничего не известно ни о том, почему создатели мегалитов покинули остров, ни о том, куда они могли отправиться. Однако факт остается фактом. На Мальте наступил так называемый стерильный период. На несколько сотен лет остров оказался необитаемым. Вот когда на Мальте была храмовая культура, в Европе уже был бронзовый век вовсю. Человек бронзового века дошел до Мальты лишь позже. И вот такой стерильный период. Почему вот эти 200 лет, ну, на сегодняшний день уже есть, скажем такие, мы можем определить, 200-300 лет. Вот не было никого. Эти люди просто исчезли. Причем ученые не нашли следов каких-либо глобальных катастроф. То есть не было в то время какого-то там суперизвержения вулкана. Были цунами, в Средиземном море было. О создателях мальтийских храмов сохранились лишь древние легенды. Одна из них гласит, что передвигать огромные глыбы людям помогали гиганты. В память о них был назван и один из храмов на соседнем с Мальтой острове Гозо – Джигантия. Сегодня этот объект находится под охраной ЮНЕСКО как самый древний храм на нашей планете. Предание гласит, что эти каменные блоки, многие из которых весят до 50 тонн, переносила и устанавливала некая женщина-великанша. В одной руке она держала своего новорожденного ребенка, а другой рукой легко передвигала глыбы. Это была Сансуна, которая питалась бобами. Вот здесь очень любимое мальтийцами блюдо – широкие бобы белые такие. Подают его везде, как закуску мальтийскую. Так еще эти бобы едят и сухими. Так вот, она питалась вот этими бобами. Горстка бобов у нее была в руках, в кармане где-то. Ну, наверное, в кармане где еще, потому как руки были заняты. И водой. Она ела эти бобы, запивала их водой и вот таким образом помогала их строить. Все мальтийские храмы были построены вдалеке от каменолома. Как без технических средств удавалось перемещать на огромное расстояние многотонные глыбы, поднимать их на вершины холмов? Неужели людям действительно кто-то оказывал помощь? Или легенда о великанах – это всего лишь вымысел? Это не раса, это, скорее всего, тип человека. Это определенный тип человека, который существовал одновременно и с таким человеком, как мы сейчас, да? Наверное, вот этот человек был обречен, в принципе, на вымирание, потому что маленький человек, маленький ростом, он выживаемость у человека маленького роста более мощная, более сильная. Американский палеонтолог Джон Тейлор из Техаса считает, что в древности гиганты могли обитать на всех континентах Земли. Уже 20 лет ученый ищет этому доказательства. И в его распоряжении появляется все больше и больше древних артефактов. Я держу в руках слепок ноги огромного человека. Вы видите, какой высокий он был. Вот здесь было бы его колено. Сегодня Джону Тейлору со всего мира присылают свидетельства очевидцев и фотографии захоронений, которые поражают своими размерами. Не так давно из Египта сообщили о том, что там еще в 1950 году во время строительства дороги были найдены останки гиганта, рост которого превышал 5 метров. О том, что с гигантами нередко встречались их предки, рассказывают и американские индейцы.
Есть много древних источников, так же, как и современных источников, говорящих о том, что на Земле когда-то были огромные люди, начиная от 3 метров до 8,5 метров высотой, а некоторые из них 18 метров высотой. И они были по всему миру, на Среднем Востоке, в Южной и Северной Америке. Многие люди исследуют этот феномен, и факты говорят о том, что эти гиганты были практически везде. Неужели шумерский великан Гильгамеш, библейский Немрод и древнегреческий Антей в древности имели реальных прототипов? И люди действительно сталкивались с гигантами? Память о расе разумных исполинов сохранилась в легендах и мифах разных народов Земли. Могли ли несколько тысяч лет назад на этой планете жить великаны? Кем они были? Предками человека разумного или некой параллельной расы? Остров Сардиния. В 13 километрах от городка Сан-Лури расположено поселение, возраст которого насчитывает не одно тысячелетие. Когда-то здесь жили нурагийцы, таинственный народ, о котором историкам практически ничего не известно. От древней исчезнувшей цивилизации остались лишь башни Нураги. Таких башен на острове найдено около 8000. Как в древности удавалось возводить эти гигантские каменные сооружения? И зачем их строили в таком количестве? Итальянский историк и спелеолог Марчелло Паластри к самой вершине каменного сооружения поднимается не в первый раз. Он один из тех ученых, которые еще не теряют надежды разгадать главную загадку Сардинии. Нураги возводили из огромных камней. Я всегда стараюсь передвигаться здесь как можно осторожнее, чтобы ничего не задеть. Этим сооружением тысячи лет. Что самое удивительное, здесь все построено без использования каких-либо строительных смесей или гвоздей. Многие из древних каменных башен Нураги были разрушены еще в 6 веке до нашей эры, когда Сардинию завоевал Карфаген. Но этот комплекс тогда уцелел. Кладка оказалась очень прочной. В чем ее секрет? Строители Нураги использовали разные по твердости и прочности породы. И каждый последующий ряд камней немного сдвигался к центру. Все Нураги, как и эта башня, имеют конусообразную форму. Внутри находились скрытые галереи и тайные ходы. Некоторые ученые называют все эти башни Манхэттеном Средиземноморья. Это настоящие доисторические небоскребы, выстроенные из камней. Известно, что величием башен Нураги были поражены еще прибывшие на Сардинию финикийцы, а вслед за ними и римляне. Ученые датируют Нураги началом бронзового века. Когда-то на острове возвышалось около 30 тысяч таких сооружений. До наших дней сохранилась лишь малая часть. Но как люди, прежде не возводившие никаких построек, вдруг сумели создать столь сложные и совершенные сооружения? Нурагический ансамбль, как правило, состоит из центральной башни с так называемым ложным куполом. Этот купол напоминает купола на современных церквях. Вот только создан он был лишь из камней, которые благодаря сверхточным расчетам поддерживают друг друга. Глыбы у основания купола весят до 8 тонн. Камни укладывали один на другой. Здесь нужен был высокий интеллект. Оказалось, что это лишь вершина айсберга. Раскопки показали, что вместе с древними башнями, как правило, строился еще и целый подземный город. Археолог Альфонсо Стиглиц сейчас ведет раскопки в одном из таких комплексов, расположенных в 100 километрах от Кальяри, столицы острова Сардиния. Под землей оказались колодцы с водой для повседневного использования. Есть и что-то вроде склада. Вообще, часто есть проходы, которые объединяют одну башню Нураги с другой. В Нураге, где я сейчас веду раскопки, старики рассказывают, что якобы был тоннель, который из Нураги доходил до центра поселка. Но мы его пока не нашли. Ученые не сомневаются, что Нураги построили не дикие племена, а весьма цивилизованное общество с развитым сельским хозяйством и производством.
Стены некоторых зданий оказались украшены изображениями животных, например, быков, коз, свиней. А в самих поселениях были найдены злаковые и семена многих растений. Невозможно построить здание таких размеров, не обладая экономической мощью. Речь идет о развитом сельском хозяйстве. Мы знаем, что создатели нурагов выращивали много злаковых – пшеницу, овес, просо. Они занимались виноградарством, а значит, было и виноделие. А это уже специализированное производство. Выращивали инжир. При раскопках были найдены остатки инжира, который, вероятно, также использовался для производства вина. Но зачем понадобилось на таком плодородном солнечном острове возводить башни нураги? Историки выдвигают немало версий. Самое распространенное – нураги были оборонительными сооружениями. Вокруг главной башни часто строили несколько малых, соединяли их стеной. Получался древнейший прообраз феодальной крепости. На карте Сардинии сохранилось несколько таких крупных комплексов. Самый известный – Барумини. Вот только башен нураги на Сардинии в период расцвета этой загадочной цивилизации было построено десятки тысяч. Не слишком ли много укреплений для одного острова? Сторонникам версии о военном предназначении нураги пришлось признать поражение. И сегодня все чаще рассматривают другие гипотезы. Мы провели детальный анализ. По нашему мнению, эти здания имели общественное значение. Они находились в центре населенного пункта и выполняли многочисленные функции. Внутри нураги, возможно, находился глава или целая группа лидеров. То есть здесь размещался политический центр. Также в нураге хранились определенные ценности, священные ценности. Ведь в древности политика и религия были едины. Прочные каменные башни действительно вряд ли могли когда-либо пустовать. Возле нураги были найдены осколки керамической посуды, фигурки из меди и даже из серебра, созданные в разные исторические периоды. Но археологи вынуждены признать, что те люди, которые жили здесь в бронзовом веке, не обладали недостаточными знаниями, недостаточными техническими возможностями для строительства столь сложных конструкций. Да и зачем им было прилагать столько усилий? Возводить десятки тысяч каменных башен. По мнению историка Марчелло Паластри, ученым стоит прислушаться к древним легендам. Возможно, те, кто строил нураги, особых усилий и не прилагали. Это были гиганты, которые легко поднимали мегалиты на вершины холмов и устанавливали каменные блоки друг на друга. Более того, от цивилизации великанов сохранились не только величественные нураги, но и многочисленные захоронения. На Сардинии их так и называют – могилы гигантов. Марчелло Паластри исследовал десятки таких захоронений. Это большая могила гигантов, которая, если верить легендам, сделана людьми, обладающими необычной силой. Настоящие гиганты. Это доисторический памятник в виде стеллы. Представьте себе, он уходит на 3 метра под землю, а его общая высота 6 метров. Неужели на острове Сардинии в далеком прошлом жили гиганты, рост которых достигал 5-6 метров? Ученые говорят, что определить, когда именно появились могилы гигантов, невозможно. Возраст этих памятников затерян в истории. Но это не просто захоронения, а настоящие каменные склепы. Выложенную плитами нишу накрывали гигантским надгробным камнем, а рядом устанавливали вертикальную плиту или даже выстраивали фасад. Эти захоронения называют могилами гигантов из-за размеров. Идея была такова – большая могила для большого человека. Но то, что мы нашли во время раскопок, это обычные люди, обычных размеров. Но при этом сами могилы очень большие. В научной среде даже появилась версия о том, что могилы гигантов создавали специально для массовых захоронений. Ведь внутри этих склепов были обнаружены лишь останки обычных людей. Их действительно хоронили сотнями. Но куда подевались останки самих гигантов? За много тысячелетий остров Сардиния пережил немало природных катаклизмов. Землетрясений и наводнений. Могилы могли быть потревожены.
Однако исторические документы свидетельствуют о том, что еще 200 лет назад на острове Сардиния действительно находили останки гигантов. В 18 веке был очень важный, уважаемый человек, падре иезуит Антонио Брешани, который утверждал, что нашел внутри одной из могил гигантов остатки человека высотой минимум 3 метра. Так что не только легенды, но и исторические записки говорят о присутствии гигантов в этих могилах. По мнению отца Антонио Брешани, это было место построено гигантами, а уже позже оно использовалось обычными людьми. Но откуда на Средиземноморском острове появились гиганты? Кто они такие? Может, не случайно в античных мифах и священных текстах содержится так много упоминаний об этих загадочных существах? Если верить древним источникам, гиганты не просто не уступали людям в своем интеллектуальном развитии, но даже превосходили их. Древнегреческие авторы Гомер и Гесиод писали о том, что когда-то гиганты противостояли самим богам. Кем же были эти таинственные исполины? И как долго они обитали на острове Сардиния? Любопытная вещь, которую мы заметили. Количество могил гигантов и башен Нураги несопоставимо друг с другом. Могил намного меньше, чем поселений. Конечно, могилы могли разрушиться, но в любом случае их очень мало. По одной из гипотез, великаны жили на нашей планете параллельно с предками современных людей. Как гласят легенды, сами они не умирали, а погружались в ритуал сна. Их каменные могилы позволяли общаться с усопшими предками и даже перемещаться в иные миры. Это вход в могилу гигантов, внутри которой через эту нишу люди отправлялись в их путешествие в потусторонний мир. Могила представляет собой небольшое углубление или котлован, покрытый камнями. Цивилизация, оставившая после себя тысячи башен Нураги, тоже куда-то бесследно исчезла. Более того, нурагийцы заранее замуровали все входы в башни и засыпали их землей. При этом возле поселений никаких котлованов найдено не было. А значит, землю для гигантских курганов привозили издалека. Лишь в 1949 году, в результате разрушительного наводнения, постигшего Сардинию, многие курганы были размыты, и несколько нурагитических комплексов снова увидели свет. Почему величественные исполины оставили о себе так мало сведений? И куда исчезли гиганты с острова Сардиния? В далеком прошлом на планете были идеальные условия для гигантов. Теплая погода, много растительности, а значит пищи. Но наступило глобальное похолодание. Гиганты и животные, и люди просто не смогли выжить в холодном климате. Была и духовная деградация гигантов. Именно поэтому их кости, их останки предпочитают не выставлять в музеях. Да, я думаю, гиганты существовали. Они были такими большими, и даже намного больше. На Сардинии почти во всех башнях Нураги, в специальных углублениях под стеной, археологи находят странный для Средиземноморского острова артефакт – рога оленя. Неужели для тех, кто строил Нураги, именно олень был священным животным? А может, эти предметы сохранили те самые великаны? Российский писатель, обладатель целого ряда литературных премий Сергей Алексеев своими глазами видел не только могилу великана, но и захороненные в ней останки. Правда, случилось это за тысячи километров от Сардинии, в Сибири, недалеко от деревни Алейка. Там, где прошло его детство. Семилетним мальчишкой он вместе с друзьями прибежал на кладбище, где мужчины выкапывали могилу для умершего односельчанина. То, что случилось дальше, просто ошеломило Сергея. На поверхность извлекли останки настоящего великана. Один из могильщиков был, значит, дядя Илья Христолюбов. Такой здоровый мужик, метр, наверное, под два ростом. Вот, длинный такой, худой, значит. И вот он вытащил эту кость. И говорит, о, опять наткнулись. То есть там натыкались часто на эти кости. Значит, опять наткнулись. И смерил. Вот мое детское сознание отметило вот что. Он стоял,
Он был высокий человек, и она была, эта кость, берцовая кость, была ему по пояс. Чьи останки находили жители Томской области? Неужели в Сибири когда-то обитали гиганты? У Сергея Алексеева и его земляков в этом нет никаких сомнений. Он отлично помнит, как в загадочном захоронении, кроме берцовой кости, был найден и огромный череп. Череп, он был без нижней челюсти, насколько я помню. Размером был где-то в диаметре, наверное, сантиметров 50, может быть, побольше, может, 60. Был черный совершенно. Я помню, что у него песком были забиты глазницы, значит, и пазухи носа, и глазницы были забиты, и череп был целый, зубы были верхние, поскольку нижней челюсти не было, только верхние зубы, и верхние зубы были размером где-то сантиметров по 5. Огромный череп поставили на пень в сосновом бору близ кладбища. Подходить к нему мальчишки побаивались, разглядывали удивительную находку издалека. А взрослые из случившегося не делали события. Останки гигантов в этих краях находили раньше. Вызывать специалистов из областного центра, уж тем более из столицы, никто не стал. В послевоенные 50-е годы было не до научных сенсаций. А спустя несколько дней череп великана попросту развалился на части. Я спрашивал потом, уже будучи взрослым, вот череп стоял, куда он делся? Говорит, а он развалился. То есть в земле он был целый, а когда его, видимо, вытащили на воздух, на свет, он, скорее всего, он как-то очень быстро сопрел и развалился. Но там, около этого пня, лежали еще долго, лежали эти кости, которые, значит, их выложили. А потом, видимо, куда-то эти кости закопали. Сказали, что это все-таки же человеческие кости, надо зарыть. Но когда именно в Сибири жили те самые великаны? В Томской области до сих пор рассказывают удивительные истории о том, как люди встречали гигантов еще в середине прошлого века. Великанов прозвали лесными дядями. Их рост достигал 5 метров, но никакого вреда людям они не причиняли. Напротив, сами старались держаться подальше от населенных пунктов. Уходили вглубь сибирской тайги. Может, лесные дяди – последние представители некогда могущественной высокоразвитой цивилизации гигантов? Условия жизни на планете Земля изменились, и великаны уступили свое место современному человеку. Вот эти великаны, вот эти лесные дяди были обречены на вымирание. На вымирание медленное. Это не так, что сразу взяли все, как динозавры, и умерли в одночасье. Скорее всего, эти процессы длились очень долго, и где-то, где позволяла газовая атмосфера, они сохранялись дольше. Это, например, вот почему в лесах их видят, почему это лесной дядя? Да потому что, наверное, они там еще могли жить. Кто господствовал на нашей планете до появления человека разумного? Может, когда-то на Земле обитали совсем другие существа? Ученые доказали, что малейшие изменения таких показателей, как скорость вращения планеты вокруг своей оси, сила гравитации и атмосферное давление, приводят к необратимым изменениям в анатомии живых существ. Ни для кого не секрет, что когда-то Земля была планетой гигантов. Так может, рядом с динозаврами жили и разумные великаны? Вот в Самарканде есть саркофаг размерами 19 метров в длину, рентгеновским аппаратом переносным. Его просветили. Там лежит скелет человека 19 метров ростом. У человека есть название – Даниил. Что мы знаем о тех, кто жил на планете Земля до появления здесь нашего вида? Какими способностями обладали наши предшественники, а может и далекие предки? Те, кто также считали себя единовластными хозяевами этой планеты, а свою цивилизацию вечной. В Северной Америке, на засушливых землях Нью-Мексико и Аризоны, проживают обособленные племена индейцев, порядка 40-50 тысяч человек. Они верят, что их праотцы, анасази, умели летать. Что это? Красивые сказания древности? Или эти легенды помогут понять, какими возможностями обладали представители исчезнувших цивилизаций? Анасази проживали на юго-западе Северной Америки, примерно с 5 по 13 века нашей эры. Однако их история начинается за много тысячелетий до нашей эры.
Стив Лексон – профессор антропологии из Университета Колорадо. Многие из этих экспонатов Музея естественной истории были найдены им во время раскопок в индейских поселениях потомков древних анасази. Но свое самое большое открытие Лексон совершил в 1996 году. Во время экспедиции в штат Нью-Мексико ученый обнаружил еще неисследованные древнейшие сооружения, возведенные анасази. Это были не просто керамические изделия, горшки или наконечники стрел. Мы обнаружили целые здания, удивительные архитектурные постройки. Земли анасази простирались на 900 километров с запада на восток и на 400 километров с севера на юг. Это сопоставимо с площадью современной Германии. На этой гигантской территории анасази строили здания, которые археологи называют большими домами. Это многоэтажные сооружения, напоминающие современные многоквартирные дома. В них было до 650 комнат. Крупнейшие из таких построек находятся в районе каньона Чако и плато Месаверде. Но что самое удивительное, войти в эти помещения можно только сверху, через крышу. На крыше дома было сделано отверстие. Подняться можно было только с помощью приставной лестницы. Это была защитная мера. Можно было, оставаясь на первом этаже дома, среди каменных стен, ощущать себя в безопасности. Подобная структура домов носила и символический характер. Она использовалась во время церемоний. Когда разводили костер, дым выходил через крышу. Это достаточно тонкий момент, сравнимый с жизненным циклом. Человек тем самым входил и выходил сквозь дым. Индейские шаманы рассказывают, что вместе с дымом во время такой церемонии наверх поднимались и сами анасази. Во время ритуалов они превращались в птиц и совершали полеты по всей территории своей огромной империи. Как такое возможно? Согласно одной из гипотез, в путешествие отправлялись не сами анасази, а лишь их сознание. Они могли передвигаться на огромные расстояния силой мысли. Там не нужны были никакие колесницы. Конечно, сегодня нам трудно представить, как управлять своим сознанием на расстоянии, перемещаться в пространстве благодаря силе мысли. Однако современная наука уже нашла объяснение чудесным полетам анасази. Возможно, все дело в том, что несколько тысяч лет назад разум человека обладал совсем другими возможностями. То, что мы называли эволюцией, ну, если так навскидку, это скорее была деградация. И тот же наш третий глаз, да, эпифиз, из равноценного, достаточно большого отдела головного мозга, то есть были полушария, да, и вот то, что мы сегодня называем эпифизом. И они занимали равные объемы на уровне коры головного мозга. Сейчас от эпифиза осталась, ну, практически спичечная головка. И свойства, которыми владели наши предки, современный человек, безусловно, утратил. Не так давно новое открытие археологи сделали, взглянув на империю анасази, именно с высоты птичьего полета. Оказалось, что каньон Чако, где находилась одна из столиц анасази, расположен в самом центре сложной сети дорог. Часть из них представляет собой настоящие мостовые, вымощенные камнем. Часть проложена с помощью глиняных кирпичей. Вот только многие из этих дорог ведут в никуда. Они подобны лучам, которые лишь указывают направление. Дорогами мы называем сооружения, которые тянутся на расстоянии в несколько десятков километров. И Чако был точкой схождения всех этих дорог. У людей не было никакого транспорта. При этом есть, к примеру, дорога шириной в 10 метров. Дороги часто направляли к горам, возвышения. Они упирались в них, как в тупик. Для чего понадобилось прилагать столько усилий и строить дороги, по которым никто не ездил? Современные ученые не находят в этих сооружениях никакого смысла. Есть весьма спорная версия, что дороги индейцы прокладывали для того, чтобы во время священных обрядов
По ним проходили религиозные шествия. Крупные дороги шли часто параллельно. Мы полагаем, это делалось на случай какой-либо религиозной священной процессии. Иногда требовалось и четыре дороги для четырех параллельных шествий. Сегодня мы относимся к дорогам с точки зрения транспорта. Это один из самых быстрых путей добраться куда-либо. Однако для Анасази дороги, очевидно, носили и другой, символический смысл. А может, индейские шаманы сохранили достоверные сведения? И Анасази действительно использовали дороги как ориентиры во время своих полетов? Эта гипотеза многим исследователям перестала казаться столь фантастической после того, как стало ясно, что Анасази отлично разбирались в астрономии. Они вели наблюдения за звездами. А все сооружения в каньоне Чако ориентировали по положению Солнца в дни равноденствий и солнцестояний. Особое внимание уделялось северу, который называли небесным глазом, центром неба, так как это точка, вокруг которой вращалось все остальное. Каньон Чако, ставший столицей к XI-XII веку, был также и столицей изучения астрономии. С севера на юг город был симметрично разделен на две части, как полушарие. Само расположение домов по направлению к Солнцу или Луне указывало на роль звездного неба в жизни людей. Откуда у древних индейцев появились знания по астрономии? И как они их использовали? Зачем тысячи лет назад людям могла понадобиться карта звездного неба? В отсутствие не только возможности выхода в ближний космос, но даже телескопов, нашим далеким предкам было известно о характеристиках планет Солнечной системы и многих созвездий. В разных уголках нашей планеты разные культуры сохранили великие знания о далеких созвездиях, об Орионе, Плеядах, Сириусе, созвездии Лебедя и некоторых других. Так, африканское племя догонов испокон веков владели знаниями об астрономических характеристиках планет, которые нам вообще были неизвестны до последнего времени. Архитектор Михаил Ефименко уверен, что знания об устройстве космоса людям передали пришельцы. Представители высокоразвитой цивилизации в древности побывали на разных континентах Земли, в том числе и в Евразии, на Дальнем Востоке. Михаил Ефименко даже считает, что нашел место, где находилась база инопланетян. В Приморье всегда называли эту вершину Шаман-горой и наделяли ее магической силой. Однако на карте этот объект обозначен как гора Педант. Такое название ей дал в 1858 году Александр Шренк, российский ученый и путешественник, который и нанес гору на составленную им карту местности. Почему педант? Потому что педант, греческое слово, означает учитель. Так вот, наш народ, который жил на Амуре и издревле, которых мы называем аборигенами, встречались вот с этой цивилизацией, которая их учила. А она учила их познаниям в то, что касается знания о космонавтике, о космосе, знания о врачевании и знания других вещей, которые, в общем-то, до нас дошли у этих малых народов. На склоне горы Шаманы сегодня возвышаются вертикальные каменные глыбы. По мнению исследователя, это не природное образование, а рукотворный объект. Причем он создан из бетона, который по прочности превосходит современный аналог. Но бетон этот не нашего состава. Поскольку я как и строитель, и как проектировщик сталкивался и с изготовлением всех конструкций, и проектированием их, я могу ответить точно. Это не наша цивилизация. Создала эти необыкновенные сооружения, которые выглядят, ну, как бы, как крепость, с одной стороны. А с другой стороны, это как неизвестное устройство. Неужели задолго до зарождения современной цивилизации на Земле кто-то уже умел так строить? Использовать технологии, способные расплавлять базальт, меняя кристаллическую структуру горной породы?
Может, действительно, загадочные крепости, храмы и пирамиды возвела единая, давно исчезнувшая цивилизация? Они размягчали скалу, а потом ее просто резали, вот так вот. Этот же способ есть в Египте. Там до сих пор в Аслане существуют карьеры, в которых показаны гигантские монолиты примерно весом 1100 тонн, которые еще не отделились. Они просто вырезали канавы и подрезали снизу. И вот эти следы как будто бы ложкой вырабатывали. Вот эта технология нам неизвестна. И мы до сих пор ее никак не можем освоить. Это нам недостижимо. Что за цивилизация оставила свой след в Хабаровском крае? Кто посещал территорию современной России тысячи, а может и десятки тысяч лет назад? Интересные сведения оставил русский исследователь Петр Шимкевич. В июне 1892 года он был назначен на должность чиновника особых поручений при Преамурском генерал-губернаторе и стал часто бывать в этих краях. Однако главным занятием Шимкевича стали научные этнографические исследования. Он знакомился с бытом местных народов, собирал сведения о шаманизме и древние легенды у нанайцев, венков и якутов. Шимкевич записал услышанную им легенду. В ней говорилось, как однажды местные жители проснулись от яркого света. В небе светили три солнца. Жар от них был такой, что плавились камни. Вода в реке закипала. Через некоторое время три солнца превратились в три луны. Что за явление наблюдали люди? Есть версия, что это были летательные космические аппараты. Вот сюда они прилетали. Вот почему? Потому что у нас у малых народов есть такое понятие. Летающая птица или ракета, она называется коори, железная птица. Ну, не знали наши народы железных изделий или железных птиц. А у нас в словарях это есть у малых народов. Она называется коори. Так вот, шаман летал на этой железной птице. Он прилетал вот сюда. Для общения. Краевед из находки, заслуженный путешественник России Станислав Кабелев, обнаружил доказательства этой гипотезы в другой части Дальнего Востока. В 2004 году он заставил весь мир по-новому взглянуть на гигантские каменные изваяния, которые находятся на юге Приморского края, на берегу реки Кривая. Теперь это место называют парком драконов. Вот территория парка драконов. Вот. Здесь находится. Это японская зона. Ученые из разных уголков Земли сегодня прилетают в Приморье, чтобы попытаться понять, кто и зачем создал многочисленные загадочные объекты, так похожие на скульптуры. Скептики заявляют, что эти фигуры лишь результат выветривания. Однако те, кому доводилось внимательно исследовать территорию парка драконов, с этой точкой зрения, как правило, не согласны. Там есть удивительные вещи, которые можно расценивать по-разному. Есть образование на скалах, которое, может быть, геологи бы назвали выветриванием. Но уж очень они непонятные. Там есть выветривание в форме стопы, срост человека. Мог ли ветер создать вот такую каменную голову дракона? Причем глаз дракона вылеплен очень детально. Есть зрачок, веки, ресницы. И это далеко не единственное доказательство того, что в далекой древности на Дальнем Востоке побывали разумные существа, видимо, обладавшие огромными техническими возможностями. Там есть отдельные участки, где видно, что вот эти выходы скал на поверхность горы, они многослойные. По типу кирпичей громадных. Есть места разрушенных кладок. То есть прямые углы. А это уже кладка. То есть так гора не крошится никакая. И есть места, где вот эта кладка выглядит в виде именно стен. Но это уже в глубину ущелья, если идти туда ближе к куполу. Исследователям уже удалось обнаружить 8 больших фигур драконов и десятки маленьких. Что это, плод воображения древних мастеров или портретное изображение существ, которых когда-то можно было встретить на Дальнем Востоке? Драконы были, без всякого сомнения, живыми существами. Это доказано и объясняется. Почему? Потому что вот здесь, вот возле находки, находится памятник, где рядом стоит человек и находится дракон. Они в обнимку. На Востоке к драконам по сей день относятся с особым почтением.
А в древности китайские правители именовали себя не иначе, как сынами дракона. Случайно ли это? Священный царь-дракон Лу Ван в Поднебесной всегда являлся символом императорской власти. У нас на планете когда-то, ну, действительно была дружественная цивилизация драконов. Китайские легенды рассказывают о странствующих драконах, которые когда-то обитали на нашей планете. Они легко поднимались в небо и опускались в море. В Поднебесной сохранились храмы, посвященные этим существам. Почему на Востоке люди считали драконов своими защитниками и покровителями? Если прочесть легенды, сказки дальневосточных народов, а также ближайших Кореи, Японии, Китая, то везде драконы – живые существа. Это первое. Второе. Везде есть огненные змеи, то есть летающие звери. Это второе. Третье. Вся мифология Китая, Кореи и малых народов переполнена драконами, летающими драконами. И сегодня вы знаете, что драконы – святые животные для Кореи, для Японии и для Китая. Но драконы везде разные. Есть трехпалые, есть четырехпалые, есть пятипалые. Чем меньше пальцев, тем умнее дракон. Поднебесные различают 9 видов драконов во главе с Лу Ваном. Причем одно из этих священных существ, желтый дракон, является покровителем письменности и литературы. Неужели драконы были разумными существами? Станислав Кабелев в этом не сомневается. Согласно его гипотезе, именно драконы создали Приморский парк гигантских скульптур. Более того, эти существа оставили на скалах рисунки и точечные символы, очень похожие на письменность. Объемная письменность, которую мы не знаем, но они повторяются, повторяются, повторяются. Есть рисунки, которые спорить невозможно. Везде на основных рисунках находятся как бы изображение зародыша человека. И зародыша акулы, и зародыша чего-то, но зародыш. И рядом находятся типа звездочки, типа 5 выемок, которые, ну, повторяются повсюду. Когда мы собрали огромное число этих рисунков, то мы увидели, что это рисунки искусственные. Может, не случайно жители Китая, Кореи, Японии, Вьетнама и целого ряда других стран называли драконов своими учителями. Неужели когда-то предки восточных народов действительно контактировали с этими разумными существами? Если верить древним преданиям, под властью могущественных драконов находилась огромная территория нашей планеты, включая Приморский край. Вполне возможно, что драконы знали, или они обладали теми свойствами, до которых нам идти, идти и идти. Поэтому вполне возможно, что они, прилетев сюда, на протяжении какого-то периода времени, учили аборигенов, то есть нас, или, будем так говорить, первобытного человека, своим наукам. Отсюда и пошли мифы о богах, о высших силах и прочее, прочее, прочее. Но откуда драконы появились на Дальнем Востоке? Это была параллельная цивилизация, которая достигла высокого развития здесь, на Земле, или пришельцы с других планет? И зачем им понадобилось создавать в Приморье гигантский парк каменных изваяний? Версий несколько, но основная версия – доказать другим экспедициям пришельцев, что мы здесь были, мы это место застолбили. Почему цивилизацию разумных драконов так заинтересовал Дальний Восток? Зачем им понадобилось с помощью гигантских каменных скульптур подтверждать, что Приморье – это их территория? Доктор географических наук Юрий Наумов несколько раз побывал в парке драконов. По его мнению, авторы этих фигур прилетали в Приморье с конкретной задачей. Им были нужны полезные ископаемые. Возможно, эта высокоразвитая цивилизация нуждалась в редкоземельных элементах, без которых не создать высокопрочные сплавы, подобные тем, которые применяются в космической и военной промышленности. Здесь очень широкий спектр полезных ископаемых. Если вас интересует редкоземельные, то у нас в Михайловском районе есть Павловский угольный разъезд. Так вот, угольком нас не удивишь, как вы знаете, да? А вот то, что там в этом угле содержится редкоземельный такой элемент, как германий, и самые крупные месторождения во всем мире, именно у нас, в Приморье, именно в Павловском угольном разрезе, я думаю, это уникальный случай. Эта гипотеза могла бы показаться слишком смелой. Однако мало кто знает, что на территории Дальнего Востока были обнаружены гигантские открытые месторождения, которые кто-то разрабатывал задолго до появления в этих краях советских геологов. Но кто мог это делать?
Кому могли понадобиться руда, металлы, в том числе золото, в промышленных масштабах? Установлено это было еще известным геологом Анертом. Есть у него книга замечательная «Богатство Дальнего Востока», написанная еще в 1928 году. И он там говорил, что русские, придя сюда, на Дальний Восток, увидели предпосылки к рассыпным рудным месторождениям золота. Но когда стали промывать вот эти реки, натыкались на древние орудия промывки. В Южной Африке народ зулусы испокон веков самую высокую горную цепь страны именует Драконовы горы. По легенде, это вовсе не горы, а копья драконов. Искусственно созданный гигантский барьер. Неужели цивилизация драконов могла побывать и на этом континенте? Совпадение или нет? Но именно в Африке тоже были найдены древние рудники, выработка которых велась десятки тысяч лет назад. В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду. Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана 235 в пробах значительно ниже предполагаемого. Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован. Обнаружилось, что урановое месторождение Вокла в Габоне имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу. Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад, здесь находились 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Могли ли представители древних цивилизаций посещать нашу планету тысячи, миллионы, а может и миллиарды лет назад? Кто и каким образом менял форму гигантских каменных глыб и даже целых горных вершин? В Приморье скалы обрабатывали на высоте от 700 до 1000 метров над уровнем моря. Что же представляет собой материал, который в древности кто-то так виртуозно преобразовывал? Это гранитоиды. Почему я говорю не граниты, а гранитоиды? Потому что эти интрузивные массивы имеют сложное петрохимическое образование. Там граниты, собственно, могут переходить в граносиениты, в гранодиориты и даже в диориты. По одной из версий, из местной горной породы в древности на Дальнем Востоке производили высокопрочный материал – геополимерный бетон. Он застывал в течение 15-20 минут. Этой технологией владели не только обитатели Приморья. Многие гигантские сооружения на планете построены из такого же материала. Вопрос достаточно сложный. В чем? Они все сделаны из геополимерного бетона. Когда мы взяли образцы нашего, из города Драконов, образцы с пирамиды Хеопса и образцы с Мачу-Пикчу, то мы увидели, что они все одной и той же структуры. Но куда исчезла эта высокоразвитая цивилизация? Почему о ней осталось так мало сведений? Ответить на эти вопросы академическая наука пока не в силах. Есть лишь гипотезы. Одна из самых распространенных – развитие древних цивилизаций не раз останавливали глобальные катастрофы. В результате одной из таких космических катастроф огромное космическое тело упало на нашу планету. Это активизировало вулканы Земли и даже привело к смещению континентов в сторону Атлантического или Тихого океанов. Была уничтожена цивилизация, о которой до наших дней сохранились лишь легенды. Однако именно благодаря последней глобальной катастрофе на Земле появился современный человек. Новые условия обитания оказались благоприятны для жизни нашего вида. Но, по мнению многих ученых, время расцвета нашей цивилизации уже истекло. И совсем скоро появится новый вид. Вот у нас в прошлом году было зафиксировано явление замечательное. Земля почему-то начала медленнее лететь по орбите. То есть так она двигалась со скоростью там 26 километров в секунду с копейками. А сейчас только 22. За последние 15 лет Земля затормозила. Почему? Ответа нет. Метеорологи фиксируют аномально высокие температуры на севере планеты. Мощные наводнения и цунами повторяются из года в год.
Очевидно, что во всех уголках земного шара стремительно меняются климатические условия. Как все это отразится на человеке? Ученые убеждены, людей, как и все живые организмы, планета кардинально изменит уже в ближайшие десятилетия. И этот необратимый процесс уже запущен, причем на клеточном уровне. 11 августа 1999 года, ну, как бы впервые вот явный такой сдвиг земной оси зафиксировали. Это документально было. Что произошло одновременно практически? Изменился спин вращения атома водорода, слева вращающий, направо вращающий. И это тоже было своевременно зафиксировано и физиками, и астрофизиками. К чему приведут такие изменения? Этого пока никто не знает. Но уже сегодня медикам приходится пересматривать стандартные нормы таких показателей, как, к примеру, артериальное давление или частота сердцебиения. Наш организм пытается подстроиться под изменившиеся условия жизни на этой планете. Меняются внутренние настройки отдельных внутренних органов. По сути, у нас поменяются, конечно, все системы. Что сейчас происходит? Кровь. Густая кровь связана не только с тем, что мы перестаем пить воду в необходимых количествах, но и с тем, что кровь становится жидкокристаллической постепенно. Давление очень нестабильно. Ну и как бы одно из изменений давления, ну, предполагается, что во всех возрастных группах давление поднимется примерно на 30-40 единиц. То есть то, что считается гипертонией сегодня, это будут нормальные показатели. По мнению ученых, изменения на планете – это альтернатива прошлым глобальным катастрофам. Дело в том, что все они случались в период квантовых скачков, перехода небесного тела на новую фазу развития. Но на этот раз на Землю еще и идет сильное энергетическое воздействие из центра галактики. Оно вызывает повышение частоты вибрации магнитного поля нашей планеты. У нас в районе Большой Медведицы, поднимите как-нибудь голову к небу, посмотрите на Большую Медведицу. В районе Большой Медведицы сталкиваются 4 галактики. Одно сталкиваются, вопреки всем законам, которые у нас, как бы, у нас идея разлетающаяся Вселенная. А тут они почему-то 4 штуки сталкиваются. Но, к счастью, на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Неужели ни одна из предыдущих высокоразвитых цивилизаций Земли не смогла пережить квантовый переход? Согласно одной из гипотез, им это удалось. Более того, эти цивилизации развиваются на Земле параллельно с нашей. Просто человеческий глаз не способен зафиксировать присутствие этих разумных существ. А вот сверхчувствительная фототехника или мощные радары нередко улавливают некие неопознанные объекты. Строения, летательные аппараты. И сами представители этой иной цивилизации находятся совсем рядом. Предметы, которые нам вот вокруг мы видим, это все отраженный свет. Так вот, отраженный свет человеческий глаз видит в пределах от 0,4 до 0,8 микрон. А солнечный свет пропускает от 0,3 до 10 микрон. То есть вот такой узкий диапазон человеческий глаз видит, а все остальное не видит. В 20 веке были проведены научные исследования, которые выявили, каким этот мир видят животные и птицы. Оказалось, что у кошек абсолютная цветовая слепота. Собаки различают лишь 2 цвета – желтый и синий. Змеи днем пользуются обычными глазами, а ночью активизируют термолокаторы, которые позволяют им улавливать только инфракрасные тепловые сигналы. Мозг лошади и других животных, обладающих периферийным зрением, всегда получает 2 картинки, и он не способен их объединить. Так какую часть реальности улавливает глаз человека? Может, нас действительно окружает гораздо более широкий спектр событий и красок? А нам открыта лишь малая часть этого мира. У нас с вами работает на сегодняшний момент 5-10% нервных клеток. А остальные-то молчат. Да? У нас с вами функционирует активно 4-5% ДНК. А что такое остальное ДНК? И мы имеем дело с двойной спиралью ДНК, и все к этому привыкли.
А на самом деле энергоинформационно 144 нити ДНК. И число 144 тоже не случайно. Да? То есть это имеет отношение непосредственно к матрице пространства. Вот у нас как бы потенциал, конечно, колоссальный для восстановления своих возможностей. Кто знает, может, грядущие перемены окажутся для нас благотворными. Человек разумный наконец-то сможет задействовать все те ресурсы, которые в нем заложены. И на этой планете вновь появится высокоразвитая цивилизация людей, способных лишь силой мысли перемещать многотонные глыбы и свободно путешествовать в пространстве и времени. Добраться туда, куда другим никогда не удавалось. Увидеть то, что еще никто не видел. Под таким девизом военный переводчик Вадим Успенский отправляется в каждое свое путешествие по Новой Гвинее и другим островам Океании. Этот регион до сих пор считается самым неисследованным. Папуасы во многих поселках живут так, как жили их предки. Более того, люди в этой части земного шара сохранили сверхъестественные способности, которыми пользуются уже тысячи лет. Вадиму Успенскому своими глазами довелось увидеть, как папуасы летают. Я присутствовал на Амбоне, это один из островов группы Малых Зонских островов, как раз когда силой своего духа местный шаман поднимал умершего и сопровождал его на кладбище, где он потом занимал свое место в могиле, уже заранее вырытой. Это не зомби. То есть человек умерший под воздействием каких-то сил поднимался, и ну, видно было, что есть проявление уже разложения на лице, на теле, но человек двигался, и я присутствовал при этом. Знания о левитации, телепатии, предвидении будущего папуасы передают из поколения в поколение. Но как сегодня им удается развить в себе эти сверхъестественные способности? Острова Тихого океана долгое время находились в полной изоляции от внешнего мира. На многие из них вообще не ступала нога чужеземца. И даже второй по величине остров Земли, Новая Гвинея, для европейцев оставался абсолютно неизученной территорией. Освоение острова Новой Гвинеи было очень долгим, непростым, потому что климат настолько убийственно действовал на европейцев, что они долгое время старались глубоко внутрь Новой Гвинеи не проникать. И вот именно на горе Новой Гвинеи они до 30-х годов прошлого столетия были неизвестны внешнему миру. Чужакам папуасы особо не доверяют. Вадим Успенский посетил Индонезию и Папуа-Новую Гвинею десятки раз, прежде чем ему удалось увидеть истинные возможности островитян. Сегодня в доме российского исследователя целая коллекция самых необходимых для папуасов вещей. Лук с ядовитыми стрелами, топор, многочисленные обереги, статуэтки духов. Но кто передал папуасам их главное оружие – великие знания? Кто научил использовать скрытые резервы человеческого организма? Существуют целые племена, которые перемещаются ночью с одного острова на другой, то есть левитация. И это достаточно известный факт. Об этом писали немцы, исследователи немецкие, голландские исследователи. Левитация подвластна островным племенам. Это говорит о том, что аккумуляция энергии, сила духа, которой они обладают, наверное, возможно в использовании передвижения, наверное, каких-то более серьезных объектов. На островах Амбон и Сирам до сих пор живут алифуру, летающие племена. Соседи считают их очень грозными противниками. Алифуру способны по воздуху преодолевать большие расстояния и даже перелетать с одного острова на другой. Но как пробудить в себе сверхъестественные способности, которые сумели сохранить папуасы? И каковы подлинные возможности нашего организма? Папуасы всегда считали себя частью природы. Они умело использовали силу растений. Это плод дерева Беллингтония. Измельченные части его опускаются в воду, и через несколько десятков минут вся живность, которая находится на ограниченной территории, она засыпает. Это растение помогало папуасам охотиться.
Необходимое количество спящих животных мужчины забирали себе, а все остальные жертвы сонного дерева просыпались, как ни в чем не бывало. Такая экологическая охота не наносила животным вреда. Папуасы оказались отличными фармацевтами и лекарями. Они и сегодня отвергают современные медицинские препараты. Если листья растений, смолы, травы и заговоры не действуют, применяют крайнюю меру – кровопускание, больше похожее на сложную операцию. Делаются надрезы на венах, на ногах, или маленьким луком специальным для кровопускания наносятся уколы тоже на различные части бедренной поверхности. Но самое серьезное, наверное, это кровопускание в области спины. Напоминает чем-то, наверное, нашу процедуру банок. Делаются надрезы на спине, туда вводится ротановая пластина, и производится несколько энергичных действий вдоль подкожного слоя. Вызывает прилив крови, но вот своими глазами видел, что человек через несколько часов начинает себя чувствовать достаточно хорошо. В сознании европейцев жители далеких островов до сих пор остаются дикими племенами. Но так ли это? Ученые выяснили, что человек в этой части земного шара появился 40 тысяч лет назад. А в 7 веке до нашей эры в Новой Гвинее, в восточной части острова, уже было хорошо развито земледелие. Папуасы, в отличие от других народов, отказались от техногенного пути развития. Может, это и помогло им сохранить сверхъестественные способности. Однако управлять энергиями могут далеко не все члены племени. Способности нужно усиленно развивать. Великие знания передаются по наследству. Шаманы выбирают самого одаренного ребенка, которому и предстоит освоить древнюю науку предков. Ему, соответственно, постепенно передаются все эти знания. Знахарство, способности, развиваются способности видения, предвидения, шаманизма. Так называемые бигмены. Человек, который выделяется в силу своих потенциальных каких-то способностей. Сами островитяне верят, что великие знания их предкам передали некие мифические герои. Однако, в отличие от других народов планеты, папуасы не считают их всесильными богами. Они описывают героев как просто более мудрых людей. Именно культурным героям приписывают изобретение различных культурных благ, например, добывание огня. Они добыли огонь и подарили людям. Некоторые культурные герои могли вот и стать прародителями людей. Но такого почитания, как вот принято считать, многие древние люди поклонялись богам, такого не было. Они просто были центральными персонажами многих мифов, легенд, ну и ряд обрядов. Кем были эти герои древних легенд? Кого в прошлом встречали предки папуасов Новой Гвинеи, Явы, Суматры и других островов океана? Кто передал им великие знания? По одной из версий, когда-то в этой части земного шара существовал единый континент – Лемурия или материк Му. Но после глобальной катастрофы, постигшей планету, этот континент был затоплен. Это был отдельный материк, который, на котором, собственно, и располагалась лемурийская цивилизация. Он имел очень большие размеры. География в то время была совершенно иная, то есть материки были совершенно другие. Еще в 19 веке знаменитый английский исследователь Джеймс Чорчвард заявил, что нашел доказательства существования древнего затонувшего континента, который когда-то занимал территорию от Гавайев до острова Пасхи. На этом материке находилась метрополия древней высокоразвитой цивилизации, исчезнувшей после катастрофы, постигшей нашу планету. Сегодня правнук исследователя Джек продолжает развивать теорию Чорчварда, стараясь не упустить из виду ни одной из находок своего именитого предка. Мой прадед написал в своих заметках, что в конце 1860-х годов он находился в Индии. За это время в одном из храмов он познакомился с монахами. Они оказались членами братства, которое охраняло тайные знания о континенте Му. Монахи показали моему прадеду плиты, хранившиеся в храме. На этих плитах были оставлены древние надписи, сделанные лемурийцами.
Неужели кому-то из представителей той древней цивилизации действительно удалось выжить? Может, предки папуасов Новой Гвинеи как раз и сохранили легенды о тех, кто успел покинуть затонувший континент Му? Английский исследователь Джеймс Чорчвард во время своих путешествий записал немало древних преданий о лемурийцах. По ним исчезнувшая цивилизация не была локальной. Она охватывала весь земной шар, а значит, у кого-то из лемурийцев был шанс уцелеть. Прадед писал, что технологически они были очень развиты, отлично ориентировались в открытом море, пересекали целые океаны, привозя с собой различные товары со всех континентов. Также они были хорошими архитекторами, строили восхитительные монументы, храмы и дворцы. Могут ли на дне океана вскрываться следы существования цивилизаций прошлого? Все народы Земли хранят память о великом потопе, посланном на Землю самими богами. А ученые находят все больше доказательств того, что наша планета пережила не один, а несколько всемирных потопов. Так может, уцелевшие древние памятники и артефакты следует искать именно под водой? Июнь 1990 года. В район впадения реки Сырдарья в Аральское море направлены экспедиции ученых Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института. Цель – вычислить величину речного стока, то есть выяснить, сколько воды Сырдарья приносит в Арал, а сколько ее остается в дельте реки, испаряется, уходит в ручьи и болота. Редкий случай для того времени. Ученым выделили средства на проведение дорогостоящей аэрофотосъемки. Летчики следовали заданными координатами и делали снимки над дельтой Сырдарьи и Аральским морем. Когда они нам представили материалы аэрофотосъемки, кадры 18/18, такие вот пачками по галсам, там обнаружились на снимках непонятные какие-то фигуры, какие-то объекты необъяснимые. Значит, под тонким слоем воды и на берегу были разные фигуры. 500 квадратных километров прибрежной и водной части Аральского бассейна оказалось покрыто загадочными рисунками. За четверть века гидролог Борис Смердов изучил едва ли не каждый сантиметр этой территории. Научный сотрудник казахстанского НИИ мониторинга окружающей среды и климата нашел десятки разных аральских знаков. Прямые линии, геометрические фигуры и даже объекты, похожие на летательные аппараты. Две ракеты, например, контуры ракет, одна за другой расположены на некотором расстоянии. Длина каждой ракеты 600 метров. Неужели на дне Аральского моря найден аналог знаменитого плато Наска? Всему миру известны гигантские рисунки, расположенные в южной части Перу. Ученые до сих пор спорят о том, как появились знаменитые геоглифы. Силуэты астронавта, насекомых, птиц, идеально ровные линии. Плато Наска изучают уже не одно десятилетие, но удалось ли ученым выяснить, кем и для чего были созданы эти гигантские символы? Одна из наиболее популярных теорий, объясняющих происхождение линий Наска, состоит в том, что они направлены на астрономические объекты, сориентированы на астрономические события, восход Солнца во время солнцестояний или что-то подобное. Но главная проблема в том, что линий на плато слишком много. После проведения статистического анализа выяснилось, что это может быть не более чем совпадение. Там повсюду линии. Так что обязательно найдутся те, что совпадут с астрономическими ориентирами. Ученые вынуждены признать, что изучение загадочных символов на плато Наска на сегодняшний день весьма затруднено. Дело в том, что этот уникальный памятник древности уже давно не соответствует своему первоначальному виду. Рисунки и линии нанесены на открытой пустынной территории. Очень долго они были подвержены воздействию солнечных лучей и выветриванию. Некоторые линии слишком короткие, чтобы вообще представлять какую-либо ценность. Некоторые исчезли и были заново дорисованы уже в наше время. Так что есть проблемы с объяснением этого феномена. Может, разгадать загадку знаков Наска поможет находка, сделанная на дне Аральского моря? Благодаря тому, что эти рисунки и линии все время оставались под водой, они отлично сохранились.
Однако Борис Смердов считает, что аральские знаки и геоглифы на плато Наска все же образованы разными способами. На морское дно наносили гигантские борозды. Фигуры в Наска образованы на поверхности пустыни. Пустынная поверхность, каменисто-пустынная, покрыта камнями, которые от длительного воздействия солнечной радиации чернеют. Пустынный загар называется. Если камень перевернуть, он светлый там. И вот эти знаки в пустыне Наска образованы вот этими самыми перевернутыми камнями. Это не борозды. Но как на дне Аральского моря возникли эти гигантские борозды? Есть версия, что эти загадочные следы оставило сверхмощное техническое средство. Но кто в древности обладал подобными аппаратами? А главное, зачем понадобилось создавать это послание? На берегу, на некотором расстоянии от того берега моря, я нашел уже обсохшее море, поскольку падает, обсохшие эти борозды. Знаки образованы бороздами. Значит, ширина борозды есть где-то порядка 2 метра, 5 метров, есть 10 метров, есть даже шире еще. Расстояние, может, длина может быть несколько километров. То есть это совершенно гигантские образования. Может, рисунки на дне моря появились еще до того, как эта территория оказалась под водой? Известно, что Аральское море образовалось 10 тысяч лет назад. До недавнего времени было принято считать, что вплоть до 20 века уровень воды в нем оставался почти неизменным. Однако в самом начале 2000-х годов научный мир потрясла сенсация. На высохшем дне Арала был найден древний город. Этот город не был обозначен ни на одной известной нам карте. Не упоминается о нем и в письменных источниках. Еще в 50-е годы прошлого века на этом месте было 28 метров воды. И вдруг, под наслоением песка, мы находим хорошо сохранившиеся предметы быта. Для нас это была сенсация. Исследователи сразу же назвали затонувший город Аральской Атлантидой. На усыпанном солью высохшем дне моря археологическая экспедиция из Кызылорды сначала обнаружила древний мавзолей, а некоторое время спустя и целое древнее поселение площадью в 6 гектаров. Этот город погубил не внезапный потоп, а постепенное наступление моря. Люди успели все понять и собраться. Покинуть это место до того, как город ушел под воду. Но когда именно был построен древний затонувший город? Когда территория Аральского моря была обитаема? Ученые полагают, что уровень моря мог падать в 12-14 веках. Тогда-то и возникла Аральская Атлантида. Может, и гигантские знаки, обнаруженные на морском дне, появились в этот же исторический период. Но, по мнению Бориса Смердова, глубокие борозды были образованы гораздо раньше. На донный грунт их наносил аппарат, который передвигался прямо под водой. Я вот нивелировку делал вдоль борозды такой, одной, которую мы на берегу нашли. Дно идет ровно-ровно, а близко к концу, метров за 10, он плавно поднимается вот так и выходит на такую горизонталь, ближе к поверхности уже. И затем, не оставляя никаких следов, ни колес там, ничего, как будто аппарат поднялся и улетел. Но кто управлял этим устройством? И какую информацию хотели оставить создатели аральских знаков? Борис Смердов обратился к математикам. Оказалось, что гигантские символы нанесены вовсе не хаотично. Это целая геометрическая структура, и создана она по одной закономерности. Длина линий и символов уменьшается в направлении с севера на юг, четко выверен и угол наклона каждого знака. С запада на восток эти элементы изменяются, поворачиваются против часовой стрелки. Примерно если на километр восточнее, то поворот примерно в 8 градусов. Еще восточнее, еще 8 градусов. То есть эта фигура как бы летящая вот такая палка. Исследовать аральские знаки, по мнению гидролога Бориса Смердова, теперь должны специалисты из других научных областей. Минерологи, биологи, геохимики. Загадок еще слишком много. Так, к примеру, на тех бороздах, что оказались на поверхности, трава растет в 3 раза быстрее и достигает невероятной для этих мест высоты – 40 сантиметров. Там под отвалом находится прослойка особая, песка или чего-то. Возможно, он имеет какие-то особые свойства химические, которые подпитывают вот эти вот растения.
Может, что-то находится там на какой-то глубине. То есть заранее сказать, что там такое, невозможно. Но ясно только то, что эти фигуры, эти знаки не случайно были. За последние десятилетия в СМИ не раз появлялись известия о том, что мировой океан преподнес очередную сенсацию. Под водой обнаружены затерянные храмы, пирамиды или даже целые города, выстроенные из гигантских мегалитов. Азорские острова, Куба, Гавайи, Средиземное море. Всегда ли стоит доверять подобным сенсациям? Не было в конечном счете предоставлено доказательств того, что эти объекты имеют рукотворное происхождение. По мнению научного сотрудника Института археологии Ирана Сергея Ольховского, за искусственные мегалиты часто принимают выходы скальных пород, образовавшихся в результате геологических смещений или землетрясений. Отсюда и скептицизм ученых к подобного рода сенсациям. Хотя некоторые из них все же были подтверждены весомыми доказательствами. К примеру, затонувший город у берегов Японии. Из всех находок подобного рода, которые, так сказать, получили известность в последние годы, именно находки у японских берегов представляются наиболее убедительными, потому что там были произведены, наверное, все возможные измерения современной поисковой аппаратурой. Ввиду небольшой глубины залегания эти объекты были обследованы еще и водолазами и телеуправляемыми аппаратами, и там действительно есть серьезные основания подозревать, что, по крайней мере, часть этих объектов имеют следы рукотворной обработки. Древний мегалитический комплекс первым исследовал японский геолог Масааки Кимура. Ученый на глубине 20 метров обнаружил дома, вымощенные дороги, храмы. Эти сооружения оказались построены по той же технологии, что и великие мегалиты Земли. Но когда был возведен этот таинственный город? Ведь эта территория уже давно поглощена океаном. По всей вероятности, она была затоплена в ходе начала голоценного периода, то есть порядка 12-10 тысяч лет назад. Значит, город был построен до начала глобального потепления, около 12 тысяч лет назад. Неужели в этот период на Земле существовала цивилизация, способная возводить подобные сооружения? Похоже, что подводный комплекс возле Ионагуни может оказаться не единственным наследием этой древней цивилизации. Жители китайской провинции Юннань хранят легенду о золотом городе, когда-то ушедшем под воду. Долгое время эти рассказы никто не воспринимал всерьез, пока во время испытаний сонаров, которые проводили китайские военные, под водой случайно не были зафиксированы странные объекты. И они, собственно, зацепили этот город на сонарах бокового обзора. У них тестировались новые сонары, которые с достаточно хорошим высоким разрешением. И они увидели, что вот эти вот квадратные такие структуры на дне озера. И в дальнейшем уже начали заниматься. Исследовать дно озера Фушуанху пригласили российских океанологов и дайверов. Это оказалось непростой задачей. Глубина Фушуанху в некоторых местах достигает 180 метров. К тому же само озеро находится в горах на высоте 2 километров над уровнем моря. В таких условиях по правилам безопасности оставаться под водой даже на глубине 15 метров дайвер может не дольше 3 минут. Удалось ли за это время исследователям сориентироваться и выполнить поставленную задачу? Помогло лишь то, что вода в Фушуанху оказалась очень прозрачной. Так что же скрыто на дне высокогорного озера? Там 2 километра квадратных, на которых все это разбросано, находится верхняя часть на 35-40 метрах, нижняя там 90 метров. Все достаточно глубоко. На дне озера Фушуанху были обнаружены пирамиды, высота которых около 40 метров. На обработанных каменных глыбах, из которых сложены эти конструкции, оказались даже высечены рисунки. Получается, что легендарный золотой город действительно существовал. В результате тектонического разлома здесь образовалось высокогорное озеро, и все строения были затоплены. Сегодня исследования подводных пирамид продолжают ученые из Куньминского университета. Они роботы запускали Сиботиксу. Вот, и на Сиботиксе там уже видно вот хорошо все эти структуры, все вот эти камни здоровые, все куски вот этой лестницы. В озере была каменная пирамида, и она была по
такой ступенькой, ступенька, собственно говоря, большая ступенька, частью похожа на майскую культуру, на культуру майев. Неизвестные научному миру древние пирамиды могут оказаться и в самом центре Евразийского континента. Причем не на дне водоема, а под открытым небом. Российский археолог, доктор культурологии Леонид Марсадолов, обнаружил древнюю пирамиду на Западном Алтае, в Казахстане, между городами Семипалатинск и Усть-Каменогорск. После экспедиции я приехал туда и оказалось, что там это не просто гора, а там сложный комплекс объектов. Там это гигантская плита, так называемый сфинкс, и пирамиды в этой дальней нерве были расположены. Ну, в целом этот комплекс датируется, вероятно, эпохой бронзы или более ранним временем. И культура, которую он представляет, сейчас пока в Казахстане неизвестна. По мнению доктора Марсадолова, с мегалитическими сооружениями, которые он обнаружил в Казахстане, может сравниться лишь храм в Баальбеке. Гигантские глыбы, так называемые трилитоны, из которых выложена терраса храма Юпитера, весят порядка 800 тонн. Могут ли мегалиты, найденные у горы Селеутас, быть созданы по той же технологии или той же цивилизации? Около подножия сфинкса находится гигантская плита. Она весит 500 тонн. Это вторая или третья по величине плита в мире, потому что самая большая плита находится в Бальбекской террасе. Она лежит в каменоломне, она весит 1000 тонн. Кто мог построить мегалитический комплекс в Западном Алтае? Возможно, здесь обитала цивилизация, о которой ученым неизвестно. Однако поразительных находок становится все больше. Близ горы Селеутас во время археологической экспедиции, организованной Российским государственным Эрмитажем, были найдены наскальные рисунки. Ученые интерпретировали их как древнейшую карту звездного неба. Там изображен большое созвездие дракона, где-то размером больше метра. Также есть созвездие Колесницы, есть созвездие Козерога и Близнецов, и другие созвездия, в общем, на этой карте изображены. Археолог из Боснии и Герцеговины Семир Османагич уверен, что в древности нашу планету посещали представители высокоразвитой цивилизации, которые без труда преодолевали космические расстояния. Они и передали землянам знания об устройстве нашей Солнечной системы и далеких галактик. Османагич считает, что наследием этой исчезнувшей цивилизации являются пирамиды, и их на нашей планете сотни. Самые известные пирамиды долины Гизы хорошо изучены. Но многие из подобных сооружений до сих пор еще даже не открыты. У себя на родине Семир Османагич нашел целую долину пирамид, и уже несколько лет в Боснии ведутся археологические раскопки. Оказалось, что в районе горы Височица, которую теперь именуют пирамидой Солнца, до сих пор существует целая сеть подземных тоннелей. Из-под оригинальных пирамид, их наистарейших и наивеющих. Такие тоннели есть под пирамидами Египта, Китая, Мексики. Под боснийскими пирамидами обнаружены древнейшие на Земле тоннели, длина которых достигает десятков километров. Возраст стен этих тоннелей, возраст материалов, которые использовали при их строительстве, был определен на основании данных, полученных в результате радиоуглеродного анализа. Процивилизация, которая построила эти пирамиды, существовала на Земле около 30 тысячелетий назад. Согласно официальной научной доктрине, в этот период никаких цивилизаций на нашей планете еще не существовало. Появились лишь племена охотников и собирателей. Но откуда в таком случае на территории Боснии и Герцеговины взялись гигантские пирамиды, создать которые и с помощью современных технических средств было бы весьма непросто? Когда речь идет о древнейших цивилизациях, ученые обычно говорят о шумерской, вавилонской, аккадской, ассирийской, древнеиндийской цивилизациях. И ни одна из них не старше 8 тысяч лет. Они относятся к началу обозримого для нас исторического периода. А цивилизация, построившая боснийские пирамиды, существовала во время предыдущего цикла жизни нашей планеты. И тот цикл завершился глобальной катастрофой, великим всемирным потопом. Но кто и зачем 30 тысяч лет назад начал возводить на Земле пирамиды?
Ученые Сербии, Хорватии и Австрии определили, что под Боснийской пирамидой на глубине 2440 метров находится огромная железная плита или залежи железной руды. Случайно ли было выбрано именно это место? Вряд ли. Османагич считает, что железо создает мощное электромагнитное поле, а пирамида поглощает и аккумулирует энергию, которая распространяется по системе подземных тоннелей. Эта энергия движется внутри пирамиды, словно по спирали, поднимается снизу вверх. Наконец, она фокусируется и достигает самого верха. Эти сооружения вырабатывают энергию. Вы можете использовать ее для запуска транспортной системы, для телепортации, лечения, изменения климата, отопления, в военных целях. Во всех сферах жизнедеятельности требуется энергия. Если есть энергия, ею можно пользоваться. Выяснилось, что пирамиды работают и сегодня. Это помещение, от которого лучами расходятся многочисленные коридоры тоннелей, Семир Османагич называет древней лечебницей. Температура воздуха здесь никогда не меняется. Она составляет 12,5 градусов. Влажность 85%. Мы находимся в подземной лечебнице. Сюда приходят люди с проблемами дыхательных путей, астма, аллергия. У всех у них наблюдается улучшение. Здесь погибают вирусы и бактерии. Как такое возможно? По словам Османагича, все дело в излучении. После того, как часть подземных тоннелей была расчищена, ученые произвели замеры внутри этого лабиринта. Оказалось, что здесь аккумулируется электромагнитное и ультразвуковое излучение. Оно производит ионизацию воздуха и благоприятно воздействует на человека. Все в природе резонирует. Частота излучения нашей матушки природы 7,83 Гц. У всех планет, животных и людей та же частота. Это идеальная частота излучения для нашего физического тела и разума. Во всем мире за последние десятилетия получила широкое развитие частотно-резонансная терапия. Электромагнитные колебания, свойственные здоровому организму человека, направляются на те органы, которые нуждаются в лечении. Но неужели в пирамидах, которые были построены много тысячелетий назад, достигается тот же эффект? Дело в том, что последние данные, говорят, научные именно данные, говорят о том, что в пирамидах могут образовываться ультразвуковые колебания. И в определенных местах пирамиды именно, вот эти ультразвуковые колебания могут оказывать положительное действие, а в других местах – негативное действие. Последователи буддизма, индуизма и других древних восточных учений за исцелением и духовным просветлением отправляются в Тибет. Они верят в очистительную силу Кору, ритуального обхода вокруг горы Кайлас. Но как работает это гигантское устройство? Кайлас часто называют древнейшей на Земле пирамидой. Кандидат физико-математических наук Сергей Балалаев считает, что Кайлас не просто одна из пирамид. Это самый мощный на нашей планете источник эталонных вибраций. Вот эти эталонные вибрации, которые несет Кайлас, они важны для каждого человека с точки зрения проявления его духа. Соприкасаясь, настраиваясь на эти вибрации, человек может выстраивать свои вот тонкие тела. В Тибете считают, что Кайлас может избавить от любых, даже самых неизлечимых болезней. Согласно древним буддийским знаниям, наше тело состоит из нескольких оболочек, и воздействуя на тонкие тела, вибрации Кайласа постепенно оздоравливают и весь организм. По одной из современных гипотез, Кайлас – это не просто пирамида, а целая система, которая состоит из нескольких гигантских объектов. Очень интересная и удивительная форма огромного каменного зеркала «Долина жизни и смерти». Каменное зеркало это имеет длину 2,5 километра. Фокус его находится на расстоянии 2 километров. В начале ледника, который начинается в этой долине. И
Это огромное каменное сооружение, которое имеет параболическую такую вот форму. Фокус этого каменного зеркала, если быть точным, находится на высоте около 1 километра, примерно на высоте вершины Кайласа. Для чего создавалось это каменное зеркало? По мнению Балалаева, как раз оно и превращает Кайлас в место силы. Зеркало действует как мощнейший усилитель. И это устройство безотказно работает на протяжении многих тысячелетий. Именно поэтому высокогорные тропы, которые опоясывают Кайлас, никогда не пустуют. Паломники едут сюда даже в феврале, когда находиться в горах из-за сложных погодных условий казалось бы небезопасно. Человек, когда находится в фокусе этого каменного зеркала, взаимодействует с ним и с тем, что внутри этого человека находится, какое состояние у человека присутствует в настоящий момент. Это состояние отражается от этого каменного зеркала и многократно усиливается. Если это состояние наполнено, безусловно, любовью, то это состояние многократно усиливается. Если присутствуют какие-то блоки, какие-то страхи, то это тоже может многократно усилиться. Древние традиции сохранили целую систему правил поведения на Кайласе. Считается, что их нарушение может привести к необратимым последствиям. Современные буддисты совершают обход вокруг горы пирамиды по часовой стрелке, а последователи древней религии Бон в противоположном направлении. Но кто создал и запустил в действие это сложное гигантское устройство? Древние традиции говорят о том, что Кайлас – это место, где и сейчас обитают великие учителя. Сегодня увидеть своими глазами их невозможно. А несколько тысячелетий назад они появлялись на месте, которое сегодня носит название «Плато небесных похорон». Есть версия, что это искусственно созданная площадка. Плато небесных похорон 84 махасидхов сейчас используется действительно как плато небесных похорон. То есть там происходит ритуал похорон, когда специальные люди расчленяют человека на части, и дальше птицы склевывают плоть. Тем самым человек как бы реально оказывается на небе. И очень необычен рельеф этого места. Эта плата очень ровная. Оно треугольником выпирает из горного массива. И это единственная плоская, очень ровная плата около Кайласа, большого очень размера. Больше таких мест в округе просто нет. Согласно тибетским легендам, когда-то на плато небесных похорон приходили великие учителя, чтобы здесь совершить переход в светлое или радужное тело, покинуть физический мир. Но кем были те, кого в Тибете и в Индии вспоминают с таким большим почтением? Считается, что именно великие учителя передали людям знания, которые помогли создать нашу цивилизацию, совершить стремительный скачок в духовном и интеллектуальном развитии. Сергей Балалаев уверен, что на Кайласе даже сохранился памятник, который запечатлел момент передачи этих великих знаний. У подножия Малого Кайласа, так называемого, есть очень необычные каменные фигуры нескольких человек. Два из этих человека сидят спиной друг к другу. Одна фигура чуть побольше, одна чуть поменьше. И они запечатлели в камне процесс передачи знаний. Может, благодаря тем, кого в Тибете называли великими учителями, на нашей планете и появились десятки, а может и сотни таинственных пирамид. Многие из этих древних сооружений сегодня считаются холмами или горными вершинами. Одно из таких мест – гора Аруначала, расположенная в штате Тамил-Наду. Если верить ведической традиции, однажды побывав внутри этой горы пирамиды, можно очистить свою карму от грехов всех своих прошлых жизней. В первой половине 20 века в пещере Аруначалы медитировал известный индийский святой Шри Рамана Махарши. А уже в наши дни в ее лабиринтах на целых 25 лет поселился другой аскет – Айю. Йоги во время своего затворничества соблюдали обет молчания.
В результате они превращались в сверхлюдей. Могли предсказывать будущее, читать мысли людей, ходить по воде. Доктор медицинских наук профессор Валерий Иванченко участвовал в исследовании, целью которого было выяснить, за счет чего достигался такой результат, где предел возможностей нашего тела. Вот тех йогов, которых мы изучали в Индии, я участвовал в экспедициях в Южной Индии, и там были йоги, которые молчали десятилетиями, общаясь только жестами. Оказывается, это поднимает резко ауру человека, резко поднимает его энергетические резервы. Это его психические возможности. Ну, есть данные, что именно вот Шри Бабаджи даже достиг возможности левитации при таком полном обете молчания. Чтобы открыть в себе сверхъестественные способности, йоги-аскеты отказываются не только от общения, но и от еды. Это не строгая диета, а полный отказ от пищи, а порой и от воды. Но как такое возможно? Неужели любой человек может, по сути, перепрограммировать свой организм, превратиться в сверхчеловека? С точки зрения биохимии, во время голодания выводится сильно вода. То есть вместе с водой могут выводиться также и токсины, которые находятся в клетках и тканях организма. Буддийские монахи с давних пор практиковали отказ от еды после полудня. Таким образом, каждые сутки они голодали по 18 часов. Еще древнеиндийские медики писали, что в это время в теле человека разжигается элемент внутреннего огня. Организм очищается от старых клеток, погибают вирусы и бактерии. Однако абсолютный отказ от пищи продолжительностью в десятки лет современная медицина объяснить не в силах. Здесь запускаются другие процессы. Источником энергии для йоги становится прана или элемент эфира. Очень часто эти люди сначала очень сильно хотят есть, когда элемент огня усиливается, а потом, когда элемент огня стабилизируется и прана начинает двигаться, будем так говорить, более ровно, каналы очищаются, то, скажем, количество необходимой потребляемой пищи резко снижается, вплоть до того, что человек может естественным образом просто ничего не есть, даже не пить. Таких случаев много. Внутри священной горы Аруначала и сегодня находится множество древних пещер, в которых практиковали и продолжают практиковать йогу. Евгении Баторшиной довелось побывать в некоторых из них. Но пытаться отыскать таинственные ущелья самостоятельно она никому не советует. Если духовный искатель решит самостоятельно подняться на эту гору и найти пещеры, то даже зная примерно картографию или способ попасть в одну из пещер, его могут просто, ну, как бы не пустить. Он не сможет найти эту лазейку или тропинку. Желающих побывать в тоннелях и камерах древних пирамид действительно с каждым годом становится все больше и больше. Что это, праздное любопытство? Или люди почувствовали, что пирамиды – это не просто безмолвные памятники древности, а источники силы? Может, загадочные мегалитические сооружения все еще действуют? Активны пирамиды на плато Гизы. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, а также пирамиды Дашур в Египте, ломаные пирамиды Снофру. Активны и китайские пирамиды, неподалеку от города Шиан. Это означает, что на планете существовала целая сеть пирамид. Была установлена связь, коммуникация между ними. Светом и силой прошлой цивилизации были свет и сила пирамид. Исследователи со всего мира наносят на карту мегалитических сооружений Земли все новые и новые древние пирамиды. Индия, Тибет, Мексика, Босния и Герцеговина, Казахстан. Где будет открыта следующая пирамида? Эти сооружения словно постепенно возвращаются к людям. Может, это совсем не случайно? И оставленные древними цивилизациями устройства скоро опять пригодятся?